Добрый вечер, друзья! Мы продолжаем серию видеозаписи «Ответы на вопросы». Под видео анонсом собралось более 80 комментариев. И я буду по очереди зачитывать ваши вопросы, и Влад с Верочкой будут отвечать на них. Но там было очень много вопросов, на которые Влад уже ответил в комментариях. Сейчас мы рассмотрим те вопросы, на которые не было ответов. Вот первый вопрос рассмотрим Виктории. Стирают ли сейчас память новым душам, которые приходят на Землю с 2021 года? Влад, как, как вы думаете? Честно говоря, меня удивляет немного этот вопрос, потому что в стирании памяти есть свой смысл. Смысл стирания памяти именно такой, что когда человек приходит на Землю, он может начать с, ну, с нуля, то есть с белого листа бумаги. Если в прошлой жизни кто-то там, ну скажем, убивал, насиловал и так далее, вот и опять он пришел на Землю, и у него остались эти воспоминания. Как будет ребенку жить с такими воспоминаниями? Куда они его приведут? Поэтому здесь Смысл стирания памяти состоит в том, чтобы дать человеку новый шанс. То есть я не думаю, что это возможно что на Земле. Это? На Земле мы живем в мире, в мире мы живем в мире дуальности. У нас есть 50 процентов плохого, 50 света, и, соответственно, должны быть и такие люди, и такие люди. То есть и плохие, и хорошие проходят здесь свой урок, свою школу. Каждый приходит с разного уровня поэтому у нас получается такая в общем-то пестрая команда кто-то с низких уровней пришел кто-то с очень высоких они никогда безусловно друг друга понять не смогут но как-то должны в общем-то учиться на таких ситуациях поэтому смысл стирания памяти безусловно есть угу. я не думаю что это с 21 года наверное опять кто-то в интернете сказал если Вера что-то добавить хочет. Есть что добавить? Я хочу, во-первых, приветствовать всех. Доброго времени суток, как говорят, да. На этот вопрос. Опять же, мы зададим его, наверное, архангелам в какой-то момент. Но так как все меняется, и сама Земля меняется, и вибрации Земли, я думаю, такие души действительно приходят. Но что значит стирают память? Я не думаю, что э, им оставляют память о прошлых жизнях, но им оставляют память о, о, о том, кто они, какие у них задачи на Земле, чем они должны заниматься. Я думаю, это души учителя, которые э, развиты и несут какую-то информацию и свет. Вот это новые какие-то души, которые нужны самой планете, вот, потому что планета меняется сама. Переходит это... на другой уровень. Вот я бы так сказала. Мы спросим, мы уточним. Это вопрос, но мне кажется, нет. Вера считает возможно. Ну да, то, что мы можем сказать, это только наше мнение. Вот только наше все. личное мнение, да. Вера, Вера считает, что частично где-то может не, не стирают, да, какую-то информацию. Не стирают, счит... зачем, какие задачи, mm -hmm. откуда душа. И то есть информацию именно о земле, информацию о миросоздании, наверное, вот эти души имеют, скорее всего. Ну я бы так сказала, потому я что по... не я только пока... 2021, а такие души всегда были, я думаю. Я что пока таких людей не встречал. Возможно, они есть. Я таких не видел. Ну мы э, в анонсе проговаривали, чтобы люди писали вопросы, которые там кураторам, учителям они хотят задать, наставникам. Я думаю, что под этим видео, пускай они э, все-таки дополнят эти вопросы. И какой-то будет ваше э, следующее. Посещение, в... О, да? Посещение? Да. И вы там зададите конкретно эти вопросы выше, да? Карл, как мы и... можем мы это зап... то, на... напрямую это можем, это можем задать, конечно. Большое, да. А как оно там, какой ответ там получите, Это может быть для нас там Хорошо. новость. Отложим да, этот вопрос туда в сторону, да. Да. Там есть э, такой вопрос, сейчас я э, прочитаю по поводу кураторов. А, вот Анна или Аня задает вопрос, как понять, что общаешься со своим высшим Я, ангелом, хранителем или куратором, вдруг это не тот, к кому обращаешься. Огромная благодарность, Владу и Вере. Это очень важный вопрос, который был задан. Вот действительно опасность существует. Опасность существует в виде космических интерферентов. Очень любят драконы приходить в медитациях. Вот и представляться святыми. Стоит вот эта святая, как с иконой и так далее. И предлагает свою помощь. Хочешь ли ты взять мою помощь? Человек говорит да. Вот между этим, хочешь ли ты? В этом диалоге уже должно стоять такое слово ⁇ стоп ⁇ Кто ты? ⁇ Мы всегда проверяем в наших сеансах, и всем рекомендуем это делать. Когда вы выходите в астрал, вы должны знать, с кем вы общаетесь. Это делается проверкой. Эта фраза снимается все маски и голограммы. Фантом предстает согласно своему эфирному коду ДНК. В этот момент то, что стоит перед тобой, превращается в то, что оно есть на самом деле. И вот мы были когда-то с верой поднимались, там с каким-то высшим я общались. У этого высшего я после проверки отпала голова и вылез рептилоид. Вот, там все проявляется. Поэтому опасность действительно существует. Эм, легче всего выйти в контакт с куратором, потому что куратор находится с вами на одной волне. Куратор может, эм, он первым отвечает. Вот если вы в состоянии входите, скажем, такой легкой медитации, вызываете своего куратора по имени, если вы его имя знаете, и задаете ему вопрос там куратор приди или как там. Приветствую тебя. И вот начинается сразу диалог. Начинается сразу диалог. В этот момент тоже надо проверить, с кем ты имеешь. Ты мой куратор, снимает все маски и голограммы. Ты должна его увидеть практически. Это очень важный момент, потому что многие слышат только. А еще ментальное зрение такое. Если когда ты видишь, что перед тобой, тогда, безусловно, легче общаться. С высшим я еще труднее общаться по той простой причине. Потому что выше я находится достаточно далеко от человека, и туда надо, в принципе, чтобы дойти, проходишь специальные такие пласты, которые небезопасны, потому что там обитают вот эти вот все паразиты, эти сущности. Грей очень хорошо могут такие голограммы делать, драконы делают, рептилоиды делают, а в принципе все они умеют это делать, ну, кроме спрутов и арахноидов, я не видел, что они какие-то... Хотя был у нас один уже спрут с голограммой, да, Вера, Вот. Эти делают, гуманоиды делают, ящеры делают, все делают. Поэтому для того, чтобы подняться на уровень высшего я, я бы рекомендовал сначала связаться со своим куратором и хорошенечко подготовиться, наладить этот диалог, а потом вместе с куратором попросить себя поднять на уровень своего высшего я. Это был бы самый правильный путь. Во-первых, потому что ты тогда уже не один находишься в зоне, в которой ты понятия не имеешь, какие там законы действуют и что там вообще можно. Важно не просто выйти, важно еще и вернуться, и причем здоровым. Вот. Мы-то за свои истории уже столько-то наслышали, когда люди выходили в астрал, и потом на следующий день лежат пластом, потому что у них голова разрывается, а в нем сидит четыре интерферента из них огромный паук на голове, от которого мигрень начинается, репты заскочили, игры, и все сразу начинают устанавливать, и все на подпитке энергиями. Вот человек теряет энергию. А да. они и питаются. Вот такой смысл этого всего. Поэтому лучше всего через куратора выходить на высшее я. Это мой совет. Кто говорит, вы можете напрямую выходить, может, вы уже общаетесь с ним. Но когда вы встречаетесь с высшим я, это во-первых, э, можно определить по состоянию, это состояние огромнейшей радости. Там от радости просто слезы текут, как вы устанавливаете этот контакт, потому что для высшего я и вы для высшего, и высшее я для вас это самые близкие существа. То есть вы являете частицей, вот вы встретились с высшим я, это вы есть сто процентов. Вот, если, скажем, душа имеет одно воплощение, но есть еще такое, когда Две жизни ведет душа на другой планете и на Земле одновременно. Тогда возвращается и вторая половинка, тогда 100%. Но это берут в основном опытные, такие развитые души, себе такие воплощения. Это все делается, в принципе, по желанию самой души. Вот. Но установление связи с высшим я есть специальная техника защиты, ее надо знать. Mm -hmm. Дилетантами, дилетанты кормят сущности скажем так даже если не дилетантов человек просто должен ну мы себя не считаем дилетантами потому что мы этим занимаемся очень много уже и долго и но все равно какие у нас идут бои со всеми этими сущностями мы становимся лучше они становятся лучше мы что-то узнаем и они пытаются как-то обойти нас и вот это постоянно идет война верхний сверхний но пока мы выиграем так что, насчет, так что насчет высшего я, вот такой вот ответ, я бы рекомендовал людям сначала установить свой контакт с куратором, узнать его имя, познакомиться с ним, получить от него инструкции и вместе с ним подняться, пообщаться со своим высшим я. Но если человек сам не может, мы, это, мы предлагаем такую услугу для тех, кто у нас прошли сеанс чистки, потому что очень важно подниматься наверх чистым. Вы не можете подниматься с сущностями. Поэтому вот такой порядок. Сначала чистка, и через неделю мы можем только человека поднимать. Нельзя, даже в этот день, когда почистили, человек должен заправиться этими энергиями. Угу. Это какое-то время, неделя, две, до месяца, у кого-то до полугода идет восстановление, в зависимости от того, какой был нанесен ущерб человеку. Вот. Но если ничего человеку не мешает, он устроен так, что он сам себя может излечивать. Именно вот этими энергиями. Поэтому заправляя себя этими энергиями, если никто не мешает тебе, ты в состоянии сам выздороветь. Но когда у тебя сидит 5-6 интерферентов, и каждый там по органам бьет, человек 25 килограмм набирает, и в голове каша вот такая стоит, и еще и демон лупит рогами для того, чтобы агрессия была, то тут, безусловно, они, может быть никакой речи а о каком-то духовном развитии. Я, честно говоря, не знаю, как такие люди с такими сущностями могут, они могут хотеть, но у них очень вряд ли получится без чистки выйти на какие-то, на чистую информацию. Вот это называется, чистая информация. Потому что они засоряют информационные потоки, они... Ну, вот мы случай последний у нас был, когда дракон признался, что 80% действий человека он практически были в холостую. Только 20% он имел успех. Это значит, что 80% человек энергии потерял, а дракон эти энергии забрал. Он умеет эти энергии накапливать, именно от пустой работы. Если бы это была плодотворная работа, оно бы уже было не 20, а 80. Вот, Тогда драконы и кушать нечего будет. Вот так вот они думают. Так что опасностей много в невидимом мире. Ну и вы говорите, э, нужно увидеть. То есть это не каждому дано, мне кажется, на данный момент. То есть не, обычный человек м, навряд ли может увидеть, да, вот этот образ. Это развивается, это очень да, все это хорошо. Тренировки, правильно? Тренироваться. Это, это раскачивается. Это называется визуализация. Визуализация имеет э, очень легко этому учиться. Есть куча видео. Вот, начиная это с того, что вы с закрытыми глазами представляете себе какой-то объект, на который вы смотрели. Потом вам надо вокруг этого объекта обойти, например, зажигалка. Видите, ее с этой стороны с закрытыми глазами, потом вы обошли и так далее. Вот так тренируется визуализация. Так мы с Верой начинали, когда работать, мы так себя тренировали. Вот, и до этого сначала идет погружение в состояние альфа, это очень важно. Это когда уровень мозга опускается до такой частоты, когда человек как перед просыпанием или после засыпания. Э, перед просыпанием и перед засыпанием. Вот так. Вот это состояние пограничное. Вот вера в этом состоянии может работать и разговаривать. И только это состояние и дает возможность работать и видеть этот мир, который большинство не видит. Но это уже следующий шаг. А так начинается все с тренировки визуализации. Это не настолько трудно, если вы умеете представлять, если у вас хорошо развита сила представления, и вам никто не мешает из паразитов, то это очень легко и быстро достигается. А вы вот начали видеть через стены. Это вот после этих тренировок приходит. Нет, это связано со всеми другими делами. Это, ну, я, я даже не знаю. Что а, а может это связано, да? Ну то есть, ну, за... ну веры такого нет, она этого, например, не видит вот этих <с <с?> <с?> и, и не хочет видеть к тому же. Да? Вот, то есть здесь все по-разному, здесь ага. по-разному. Я думаю, это связано все-таки с происхождением с плеят. У нас вчера был сеанс, мы выставляли его, и там <с? <с?> а, Амир сказал, да, вот наш представитель эм, Плеят, что <с?> это, в принципе, умеет каждый. Кто там на плядах родился? Ну, нам так сказали. Я а не способности такие. Ну, не знаю, честно говоря, какая от этой, от этой способности польза, если, если бы люди увидели, 99 процентов поехала просто крыша, они просто не знают, что вокруг творится. И, 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 и наверное не надо, чтобы знали, потому что. Может еще все впереди у вас. Смотрите, вы же как-то так поднимаетесь по ступенечкам, выше, 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 вам дается задачи сложнее, сложнее. Эфф... У нас редко бывают вообще легкие сеансы, и действительно каждый второй, третий сеанс там идет какое-то под... поднятие этой сложности, да. Верочка, есть что-то добавить вам? Ну, вопрос был про высшее я, я коротко просто скажу на основании своего опыта. В принципе, Влад все же красиво и обширно рассказал. Я просто вот помню свои первые разы, когда я это хотела, да, как дилетант делать. И сейчас, то есть я сейчас понимаю, насколько это опасно, и куда ты попадешь, ты действительно не знаешь. И Влад правильно сказал, что к высшему я, во-первых, нужно чистым подниматься, защищенным. И, конечно же, ты чувствуешь высшее я, это, это действительно такая радость, и вот ну, нужно слушать свое сердце. Сердце подскажет, что это действительно высшее я, потому что я несколько раз, вот в первый раз Влад меня погружал, и я несколько раз попадала не туда. То есть там есть такая техника, ты проходишь водопад и очищаешься сперва. И вот он не делает водопад, я говорю, это не мой водопад, я не пойду туда. Вот, я не знаю как, это вот сердце чувствует, подсказывает тебе, что это не твое, да не надо идти. Но будет ли она подсказывать у каждого, понимаете, то есть это очень... Нужно слушать себя, во-первых, а во-вторых, ну я не знаю, наверное, если бы ну, не рискнула бы, вот сейчас зная, куда можно попасть, я бы не рискнула высшему я ходить вот, просто, просто так не зная, то есть каких-то техник. А с куратором, да, куратор всегда рядом, куратор он в принципе добивается вашего внимания, поэтому связаться ну, легко. Ну, как легко, легко. Ну, если есть вот... желание, то, то с куратором связаться можно. По поводу есть вопрос по поводу учителя, куратора. Тоже вот Оксана задала вопрос такой: А на какого рода вопросы может отвечать только куратор, только учитель и только высшая я? Ну, то есть, я так понимаю, она разделяет. Но если или такой градации не существует, и ответ на вопрос можно получить от любого из них, в чем заключается предназначение учителя? Ну, то есть, я так понимаю, для чего нам даются учителя? Да, вот именно ну, давай я объясню эту структуру. Значит, эм, куратор дается, есть у каждого человека. Есть и у некоторых учителя, есть и у некоторых, и по несколько учителей. Учитель появляется в твоей жизни только тогда, когда ты уже достиг какого-то уровня не просто а куратор приходит и так а вот учитель появляется когда ты достигнешь какого-то уровня то есть когда ты перейдешь какую-то планку наберешь какие-то знания где он может тебе в дальнейшем помочь у нас было точно так же может быть несколько учителей смотря чем ты занимаешься смотря в чем ты развиваешься ну вот у меня два учителя один общий еще учитель у нас группы у нас с верой куратор и у каждого по куратору и еще помощники. То есть, если там посмотреть, у нас реально очень такая целая команда, которая, в общем-то, стоит нам помогать в, в нашей работе. Вот. Но куратор приходит на любой вопрос. Учитель приходит, когда ты готов. А высшее я ⁇ это ты, по сути, и есть. Это та эссенция с момента твоего создания, весь твой жизненный опыт с момента рождения. У нас был последний какой-то сеанс, там, когда человек спросил, когда моя родилась моя душа. И ей был ответ 600 тысяч лет назад. И mm -hmm. вот за эти 600 тысяч лет назад вот это высшее я собирает весь этот опыт перерождений mm -hmm. на разных планетах, на Земле. Первое ее рождение было, она умерла ребенком, то есть там короткая жизнь прожила там полгода или что-то. Обычно так и бывает с молодыми душами, это для их роста надо. Они быстро уходят, для того, чтобы опять быстро вернуться. Вот. И душа твоя, в принципе, весь твой жизненный опыт с того момента, когда ты закончил пребывание на Земле, все это уходит к высшему я. И в зависимости от того, как ты себя в этой жизни показал, хорошую ли ты жизнь набрал, сколько процентов ты набрал энергии негативной, вообще по многим параметрам, там уже решается вопрос, куда идет твое высшее я. То есть высшее я, сначала ты его не увидишь после перехода, но оно может и опуститься, может и подняться. В течение жизни можно подняться на бесчисленное количество уровней, как вверх, так и вниз. То есть... Люди, которые пришли сюда отдохнуть и погулять, им стоит, в общем-то, в принципе, серьезно задуматься, потому что речь идет о вечной жизни и месту ближе к Творцу. Это единственное желание Высшего Я – это подняться выше, mm -hmm. поднять эти энергии. Вот, а получается так, что все было нормально, а потом человек происходит, происходит сбой какой-то программы, он делает какую-то такую вещь, зачастую насчет, за счет демонов. Вот и все, это падает вниз. И опять нужны годы жизни для того, чтобы это все восстанавливать. Поэтому надо жить осознанно и отдавать себе отчет. Как ты эту жизнь ведешь? Потому что за все спросят. Мы недавно с Верой разговаривали. Или Вера, вот нам, мы любую ситуацию можем раскрутить, мы ее видим на телевизоре. Кто-то ходит в Хроники Акаши, мы можем себе поставить этот телевизор и сразу напрямую посмотреть определенную какую-то ситуацию. Вот. И у нас было э, много таких ситуаций, в принципе, очень интересных и... Э, я пришел к выводу, что если бы люди знали, что все, что они делают, все, что они говорят, записывается. Записывается в таком 3D, что вы себе представить не можете. Причем мысли формы идут, слова идут, все движется и так далее. Как это все происходит? то не было бы ни одного преступления на Земле, потому что они все были бы раскрыты, и было бы бессмысленно их делать. Но люди, к сожалению, это не знают, а это действительно существует. То есть все, что мы делаем, этот фильм, он пишется. И в момент, когда вы засыпаете, весь этот опыт за весь этот день переходит в хроники Акаши, вашу книгу жизни. Она mm -hmm. пишется, постоянно она пишется. Вот. И мы можем это считывать. То есть э, это насчет того насчет осознанности, чтобы люди просто понимали, что все записано, мы все все знают. Ну, вот я слушаю и думаю, э, наша душа приходит на Землю с определенной программой, которую эта душа выбрала сама, эту программу. И вот не эти всегда. Ситуации, не всегда. Не всегда, да? Не всегда. Есть э, узлы, которые нам дают нести, есть узлы, которые мы сами выбираем. Опытные души выбирают себе много узлов. Вот. Но также есть такие души, которые, например, должны были в этой жизни пройти шесть узлов, а вместо этого шести он еще шесть набрал новых. И вот в следующей жизни у него получается не жизнь, просто а ад. У него будут одни кармические узлы, их надо отрабатывать. Один отработал, осталось 11, еще отработал один, 10, Может и жизни не хватить. Но жизнь у таких людей намного суровее, чем у нормальных людей. Но это все имеет свой смысл, это все имеет свои программы. Есть только программа, есть сбой программы, третьего нет. А почему так происходит? Потому что человек сделал не тот выбор, не туда пошел, и, и ему добавляется еще один кармический. У человека был выбор. Вот кармический узел это и есть принятие решения, это перекресток. Ты приходишь, ты можешь налево пойти, направо, ты можешь пойти прямо, ты можешь пойти назад. Mm -hmm. Вот это называется кармический узел. То есть ты должна какие-то определенные действия, в какой-то определенной ситуации прийти к какому-то выводу. И что-то делать после этого, или наоборот, что-то не делать. Или что-то изменить в себе, для того, чтобы что-то понять. У всех у нас есть какие-то маленькие свои победы, кто-то там бросил какую-то вредную привычку, второй там, наконец-то нашел понимание и в семье сделал и так далее. Это, это и есть кармические такие узлы. Есть, например, кармические узлы пойти по хорошей дороге развития, или же пойти по криминалу, к примеру. У человека всегда есть выбор, всегда. Вот это важно знать, всегда. Вот, и получается, кармический узел добавляется в каком случае, когда ты... Если делаешь... человек узел не отработал. Или неправильный выбор сделал, да? Ну, Никуда, неправильно, ты узел не развязал. А... Но ты в той жизни дрался, ты в эту пришел драться. У тебя было, скажем, задание такое, чтобы стать миролюбивым человеком, научиться с людьми коммуницировать, а ты этот вопрос не понял. Мы все понимаем, что драться это неправильно, правильно? Вот. И все-таки у некоторых есть это и кармическая задача такая. Стать mm -hmm. более миролюбивым, дружелюбным. Вот. Ну, он с этой ситуацией или справляется, или не справляется. Или там алкоголь, больная тема, правильно? Или родовые проклятия, вещи, которые вообще человека не зависят. Mm -hmm. Вообще страшная вещь, там 500 лет, которая назад случилась, вот, она по всему роду идет. Все мужчины в один возраст и возрасте умирают, то есть там все, рушится полностью жизнь. И у нас даже такие души были, которые пришли на эту планету для того, чтобы. Действительно, снять этот родовой контракт. Ты его не можешь там снять. Его можно да. только здесь снять. В этом Были... вся и вся проблема, да. Были видео такие, я слышала тоже. То есть, получается, человек, если он хочет быть осознанным, он. должен жить осознанно и думать осознанно. Да. И, и давать полностью да, оценку. Да. Представьте себе, что он на сцене находится, и все видят, что он делает. То есть, допустим, у него высокий уровень осознанности, у него уже есть учитель. Получается предназначение этого учителя помогать этому человеку, правильно? Если человек дойдет до такого уровня, например, скажем, нам часто кураторы говорят, задается вопрос, правильно ли я развиваюсь, а куратор говорит, только то, что ты уже находишься здесь, говорит о твоем правильном развитии. Это они говорят очень часто, в каждом, чуть ли не второй или третьем таком сеансе, потому что для них это была их заслуга. Они влияли на человека. Вот они влияли для того, чтобы ему пришли эти мысли, открыть эту страницу, найти это наше видео и заинтересовать его, чтобы эта резонанса прошла. Это очень много работы. Они часто говорят, мы очень долго стучались. Вот такое выражение. То есть, это вот у многих получается. Есть те, которые люди, которые умеют общаться со своими кураторами, слышат голос, и получается так, что они с первого раза попадают действительно на куратора, а не на какого-нибудь астрального паразита и начинают с ним коммуницировать. Есть те, которые везет, и они с рождения могут слышать свое высшее я. Хотя я не понимаю смысла контакта, общения с высшим я для человека, который не достиг какого-то определенного развития. Ну, что нам скажет, да привет, как дела? Давно здесь? Ну, вот так вот, к примеру, да, что ты задашь своему высшему я? Вот задай себе эти вопросы, какие то вопросы его хочешь задать. Высшее Я абсолютно не интересует твое материальное положение. Его интересует только одна вещь это твой духовный рост. И опыт и на уровне энергетики. Рост получается с опытом. Ты растешь, у тебя становится опыт больше, ты поднимаешься только так. Тогда приходит и учитель. К примеру, если мой учитель говорит, высшее я она никогда никуда никому не приходит. Пусть люди не рассказывают всякие истории, к высшему я надо подниматься самому. С высшим я можно общаться, я с ним общаюсь с закрытыми глазами, но это короткие такие разговоры. Это короткие у нас дискуссии. Мне надо что-то узнать, пару предложений меняться и так далее. Вот, я могу с ним устанавливать связь. Один раз видел его, сам. Очень похож на меня. Ну, такое. Похоже, я не знаю, ну как родственник, вот так вот выглядит мое высшее я. Или оно мне так показалось. Угу. Оно может принимать любой вид, который ему приятен. Это да, это энергия, это чистая энергия. Вера, а вы бы какого рода вопросы задали своему высшему я? Или у вас нет вопросов? Ну, ну в какой-то сегодня... момент я задавала вопросы своему высшему я, ну. Но... Наверное, такие же обычные, как задавали все при первой встрече, потом уже начинается более глубоко, то, ну, осознанно к это приходит и глубинные вопросы какие-то, но Мы задавали... я, например, свое высшее «я» просто так не беспокоит, ну, не хватает ответов от моих кураторов. И... Ну да. Как я бы... тоже не вижу в принципе Высший я это, это божественная субстанция, понимаешь, вот это именно то, что Творцом создано. И ну, какой смысл тебе от ежедневного с ним общения? Вот это я тоже не понимаю. Не, ну познакомиться, это было очень приятно. Это я такие... говорю ежедневное общение с Высшим да, Я. Да, это, это, были... это, это не нужно. Наверняка нужно это общение очень... с куратором. Куратор Электричный. заинтересован Электричный. в твоем развитии. И начинать с куратора. Как начинать обязательно с куратора? Это, это как вот, с детского садика в школу. И, это, без, это будет правильно. С детского сада не идут в, в институт. институт. Вот, потому что ты не да. знаешь улицу, куда идти. Ты не знаешь это, это дороги. Ты не знаешь, ты можешь попасть в техникум да. какой-нибудь или в ПТУ. Но ты в институт не дойдешь. Вот так я, к примеру, говорю. Здесь есть свой смысл и своя логика. Да, я, кстати, хотела пару слов сказать, как я вас нашла. Тоже там листала в Ютубе что-то, листала, смотрю какое-то видео. Думаю, а ну посмотрю, посмотрела. Потом это было видео про матушку Василису. Да, и вот потом меня сразу испугали вот эти интерференты. Начала дальше смотреть, дальше, а потом думаю, напишу. То есть и реклама не нужна была никакой. Ну, я сразу подумала случайно, но случайностей мы же знаем нет, да? Тоже как-то меня, видимо, мой высший друг вел, Лерун, да. привёл. Э, 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 Матушку, здесь? Васили... Матушку Василису Архангел Михаил называет братом. Я не знаю, кем надо быть, чтобы тебя Архангел Михаил называл братом. Угу. Она вполне может быть точно таким же Архангелом. Архангел приходит на Землю, вот их за ними присматривают тоже Архангелы. Они это делают, в принципе, очень незаметно. И в основном это как раз ну такие люди, которые духовно ведут других. Вот я не связываю да. Это. Не, это. Да, ведут к развитию человечества. Да. То есть глобальными какими-то вещами. А вот матушка Василиса, она схимонахиня. У них одна задача, они молятся, только молятся, больше ничего. Молятся день и ночь. Вот ее задача. И эту задачу она выполняет до такой степени. Хорошо, что ей даже Архангел Михаил сказал, не надо ей ходить в церковь. Она это все может делать у себя дома, потому что она все делает правильно. А в церкви она слаба в том плане, что приходит очень много людей зараженных. И вот мы недавно под подсадками, с бесами, с демонами, как только они ее видят, это, такие энергии, защита на себя как таковой не выставляют, вот, они прыгают у нее, а у нее начинает что-то болеть. И после этого мы вытаскиваем какую-нибудь бесяру оттуда или, ну, серьезные вещи туда не заходят, сюда муха залетела. Вот, и матушка Василиса, в принципе, человек святой, так можно сказать. Да. Кстати, мы плавно переходим к следующему вопросу на эту тему. Вот, связанно с этой темой, Александр задает вопрос, но он, почему ты написал вопрос к учителю Влада Архангелу Ханиилу. Ну, это надо ну, будет его спросить, Архангела Ханиила. Да, ну тогда давайте зачитаю. Может, вы пока свое мнение скажете, а потом еще ну, переспросим, так ли это или нет, ну, по мнению Архангела Ханиила. Таинство причащения это ну, тоже связано с так как у нас много людей, верующих, я так понимаю, ходят в церковь, им их интересует этот вопрос. Таинство причащения. Или евхаристия, я правильно прочитала, евхаристия в православной вере, подготовка к нему постом и чтением канонов, раскаяние по поводу своих поступков и чувство вины за их последствия. Первый вопрос. Избавляют ли человека от негативных темных энергий? Уходит весь негатив или какой-то процент? Если, от... это, если это искреннее раскаяние, безусловно. безусловно. Но давайте все-таки разделять веру в отца и религию. религию. Потому что это две разные вещи. Религия yes. утверждает, вы можете прийти к отцу только через религию. А отец стоит, творец для каждого из вас. То есть вне зависимости от вашего вероисповедания. Вы можете быть любого вероисповедания. Каждому человеку, у которого есть душа, он может связаться с творцом напрямую и вести с ним диалог. Вот. Угу. Сама религия была э, написана, в принципе, людьми. Это эгрегор, чтобы вы понимали. Это и есть эгрегор. Вы кормите, это действительно кормление эгрегора. Вы можете через эгрегора общаться с Творцом. Можете через эгрегора общаться молитвами с ангелами. Ангелов есть свои, у архангелов свои молитвы есть, безусловно. Вот. Но, ты понимаешь, наша религия, она очень серьезно отличается от Понимание, э, э, я один раз спросил Архангела Ханиила насчет вот религии и насчет э, я помню это видео. Помню по поводу это. разных религий, по поводу христианства, буддизма. И он сказал, что это все эгрегоры, так. но буддизм более... Ближе, при... вс... Ближе, Ближе вс... всех, но тоже не является. Что касается обрядов наших монахов, которые живут, они просто страшные. Поклонение костям – это поклонение костям. Тут ничего, даже кому бы они не принадлежали, это кости. Это черный культ. Как не страшно людям это, это слышать, но это так и есть. Искренняя молитва и поклонение костям – это две разные вещи. Во-вторых, нам часто, Архангелу Веру, когда мы были в Арго, городе Архангела Веры, давай поклонимся, сейчас она говорит, ну вот люди, говорит, вам не вниз надо смотреть, а наверх. Угу. Вот так вот. вот. Вот этот и есть принцип. Угу. С отцом нету страха. Церковь тебя постоянно пугает. Я не говорю, что церковь это плохо. Я сам верующий человек. Вот, но моя религия, в принципе, изменилась э, в том плане, потому что мы действительно можем общаться, если со всеми. То есть я не пробовал никогда с отцом напрямую общаться, но с архангелами, моим учителем архангелом Ханило, я общаюсь на ментальном плане. То есть он сказал, что мы можем со всеми общаться. Ну, mm -hmm. скорее всего, мы пока еще сами не доросли до этого уровня. Е, э, вы понимаете, еще есть такое слово, давайте я вам объясню, метаноя. Метаноя это состояние, когда человек чувствует близость к Богу. Это вот так называемое намоленное состояние, когда вы приходите в церковь, и там вот это тепло, и там ты чувствуешь себя, вот это божественное здесь. Вот это и называется метаноя. Это и есть единственная задача церкви, этим ритуалом приблизить человеку к состоянию метанои. Благодать, я бы сказала. Это и есть благодать. Опустить его частоты дна до уровня альфа. То есть это и есть альфа вера. Это есть альфа. И тогда ты начинаешь или видеть, или общаться, или, или ответы получать. Это все случается именно в таком состоянии. Поэтому эти ритуалы не только приближают человека к разговору с Творцом. И как только человек этого состояния достигнет, начинает общаться. Кто с Матерью Божией общается, кто с ангелами общается, кто со святыми общается. Вот. Но есть люди, которые не ждут ответа, а есть люди, которые ведут диалог. То есть, опять-таки, зависит от ступени развития. У каждого по-разному. Тут еще есть второй и третий подпункт этого Давай. вопроса. Второй: какой ущерб наносится представителям нечистой силы и интерферентам во время таинства? И избавляет ли от их присутствия? От интерферентов. Вера. Это вопрос, наверное, да? Неизвестно. Я И, не думаю. Я не могу сказать, избавляет или. Я не могу тоже... питается этой энергией. Я не могу на этот вопрос ответить. Ты... И... От веры человека, как он в это я верит. Думала, что, если это э, ты искренне, вот Кокула уже сказала, в чем-то раскаиваешься или искренне что-то делаешь? Наверное, ну вообще, если ты меняешь свои вибрации, если ты меняешь свое поведение, то есть это не обязательно привязано к церкви или вот евхаристии или что там было вот сказано, причастие, если ты меняешь свое поведение и, и ты не понижаешься ниже какого-то уровня, естественно, им там становится нечего делать, особенно низким, понимаете, они разворачиваются и уходят, и ищут другую жертву. И то же самое здесь происходит, если ты искренне что-то делаешь и продолжаешь так же жить, потому что в церковь-то можно ходить хоть каждый день, но ты там помолился, вышел и продолжаешь свои черные дела, так сказать. Конечно, если ты меняешься, им там нечего делать, если ты отказываешься от чего-то, или же выбор человека, это очень большая ответственность. Вот выбор, как кармические узлы, мы опять к прошлому вопросу возвращаемся. Э, то есть выбор есть всегда, но возьмешь ли ты эту ответственность на себя. Вот это важно. Точно, ну, то есть оно все взаимосвязано. Да, в какой-то степени мо, мо, могут очиститься твои тела, если ты начинаешь э, вести другой. Э, более знаешь, особый, мы образ жизни. мы столько уже имели да. клиентов. И все mm -hmm. верующие, и все приходили с такими бесами, с такими демонами. Мы вообще не верующих не берем. Вот, это одно из основных условий. Человек должен верить в отца. Тех, кто атеист, те не к нам. Вот. И я, честно говоря, не уверен, что бесу или демону от молитвы станет плохо. Я не уверен. Я уверен, что ему станет плохо, когда я его посажу в клетку и когда я его своим оружием лупану, серьезно, вот это меня больше убедит, чем сеанс экзорцизма. И опять-таки, опять возвращаясь к этому, давайте опять возьмем ситуацию к демонам. Есть две вещи. Когда демоны незаслуженно приходят, потому что у тебя есть какие-то энергии, которые ему вкусные, нравятся, и он хочет лярву вырастить на тебе, чтобы получить этот деликатес. Вот. И есть, когда люди сами их призывают. Здесь это две разные вещи. Последним мы им не помогаем. Угу. Есть люди, которые заслуживают. Просто помочь. не можем их пом им помочь. Они заключили контракт с демонами. И этот То контракт. Они должны сами меняться. Они должны сами меняться. Они не хотят. Не они раз, хотят, и... Чтобы... и Они пришли почистились, а завтра опять пошли в компанию. В церковь, да. Он пришел, помолился, дальше пошел и делает свои дела. Таким людям не помогут, наверное. Я общался сегодня с клиентом которую мы чистили недавно, Вера. И вот он говорит, ну а что, в течение недели по соточке коньяка в день, разве это плохо? Разве это вот... Ну, в принципе, это неплохо. Но дело в том, что почему-то так получается, как только вы пьете крепкий алкоголь, у вас сразу автоматически открывается дверь. Ворота открываются. И демоны слышат это все. Это их частота. У вас автоматически падает вибрации до 4, 7, 8 процентов. Это частоты бесов. А у демона от начинается от 10 герц и выше. Вот. Он зайдет вообще легко тебя. Если у тебя 7, у него 15. Или 7, у него 40. Вот такие есть демоны. Вот. Mm -hmm. Поэтому... То есть так. человеку даются знания, что вот алкоголь понижает вибрации. Если ты выпьешь, у тебя понизятся вибрации. Смотри, человек слышит, когда человек знает уже об этом, он, он не сможет сможет. может это отрицать. Если он все равно пьет и понижает свои вибрации, и опять к нему приходит этот бесяр и опять начинает ему ночью там колошматить его и не давать ему спать, так э, это в принципе закономерный результат. После чистки человек должен изменить свою жизнь. Это как раз то, что люди не понимают. Они думают, они пришли как к зубному врачу, им сняли вот это черное зубов, зубы стали белые, и можно по-новому опять заниматься тем, чем я занимался. Пока не опять черный. Нет, это не так. Здесь так не работает. Есть те, кто идут они на чистку, они должны после чистки проанализировать это все, понять свое, прочувствовать это чистое состояние, которое они получают после чистки, когда им идут эти энергии, когда им не, не лезут дурные мысли в гулу, когда они понимают, это моя мысль, а это не моя. И вот с этого момента надо менять свою жизнь. Если человек ничего не меняет, начинает дальше ругаться, дальше кричать, дальше пить, все опять деструктивные эти все энергии, это вопрос времени. Нам иногда демоны так говорят, а да мы все равно, он все равно нам откроет дверь, он все равно не мы, а он нас впустит, потому что mm -hmm. он нестабильный. Или mm -hmm. она. Ну no, да. В этой ситуации, конечно, но есть ситуации, например, которые человека не зависит. Например, подселяется эта пара инсектоидов, им нужно место в теле человека, и человек начинает полнеть на 25 килограмм. Ой, инсектоиды, фу, это вообще жесть такая. Я когда слушаю про них, А, Вера со всеми с ними хорошо общается. Ой, Верочке будет отдельный вопрос. С паучками, да. Она хорошо. Мохнатыми, черненькими, она их всех знает. Тут третий подпункт, зачитающего этого вопроса. Кстати, вот этот вопрос получил резонанс. Тут еще дальше написали: Я хочу, и я хочу услышать расширенную версию ответа: Значит, что происходит с тонкими телами, и как долго сохраняется эффект? Ну, я так поняла, вот после загрузки. Причищение, да, после вот вот этих обрядов церкви, как как после обрядов в церкви или после наших чисток? Нет, это именно вот к этому вопросу э, по поводу э, таинства причищения э, правос... в православной вере, подготовка к нему постом, чтением канонов, то есть что происходит с тонкими телами, при этом как долго сохраняется эффект, ну то есть если ты я так понимаю, в процессе. Поднятие своего уровня сознания, очищения, своего, ну, раскаяния, я не знаю, осознание своих поступков, может, э, человек меняет свои поступки? Говорит: Я не буду больше вот так делать, я буду вот так делать, то есть ну, контролировать свои чувства, мысли, там, действия. Я так понимаю, меняется ли при, Пап, при этом? вы? Вы сейчас сами ответили на этот вопрос. Как долго вы поддерживаете себя да? в этом состоянии осознанном? Настолько вы чисты, настолько Ты... ваши э, тела наполнены. Угу. Но ну, а сначала это состояние надо пережить и почувствовать, чтобы знать, к чему стремиться. Это, в принципе, состояние умиротворения, это когда человек всем доволен, у него все хорошо, вот он чувствует свою золотую середину, он добр к окружающим его миру и точно такую же энергию посылает от себя попробуем в нашем сегодняшнем мире когда и самый важный такой вопрос вот, что очень отбрасывает это конечно телевизор многие люди не верят в этом но действительно это так и есть телевизор и музыка причем не всякая музыка а именно негативная музыка это тренд это техно, это мы просто общались, а есть гуманоидная такая цивилизация роботов, вот они специализируются на производстве этих звуков. Как только человек их слышит, для них это как маячок, и вот он идет в этот человек, слышит, он постоянно, он, он очень быстро приходит, если он временно там послушал и так далее. То есть, эта опасность существует действительно. Телевизор, это просто, я выключил, у меня телевизор, последний раз я его в октябре включал, прошлого года, год уже прошел, да, потому что невозможно. Сериал смотрел? Зачем включил? Я смотрел, да, сериал. Санта-Барбара. Санта-Барбара Санта Санта смотрел, да. Нет, я не смотрю телевизор, потому что вот там действительно его. в каждых новостях ты начинаешь испытывать какое-то чувство негатива. То есть наш мир устроен так. Иногда нам еще подают эту ложь, а у нас сфера после вот этих всех наших практик очень сильно проявлено это чувство, когда кто-то пытается обмануть, мы знаем, он еще рот не открыл, а мы уже знаем, что сейчас пойдет ложь, и так вот мы работаем там, это по яснознанию, поэтому, ну вот, так где-то. А я телевизор смотрю только путешествия Орел и Решка. И... Вот, вот, вот такие вещи, если Толики... ты смотришь, смотри природу, смотри положение, Толики. смотри комедии, или вот я смотрю 95-й квартал, ну, то есть если, юмор. Если это юмор без не над кем-то смеяться, а над ситуацией, это юмор. Когда ты над кем-то смеешься, угу. это уже есть низкие вибрации, как ни странно. И нам без рассказа, нам, подожди, кто, Архангел Михаил, по-моему, рассказывал, или Ханил, Архангел Ханил рассказывал, что когда человек смеется над кем-то, это уже негатив. Это То есть уже... должно быть да. весело всем, не только одному. Когда шутка должна всех веселить. Не надо... есть, понимаешь, нельзя смеяться над пороками человека, потому что когда кто-то не может сделать в силу своих каких-то определенных, это называется высмеивание. Это очень страшная такая грех. Это открывает реально вопрос двери демонам, бесам. Смеешься над человеком, высмеешь его, получи. А если вот, ну, там, 95-й квартал, они там... Они над... смеются над ситуацией, но хотя у 95-го квартала там тоже есть свои фишки. От когда полит. политику они подмешивают очень... Да. 95-й квартал, это надо чувствовать себя. То есть это резонанс. Если ты почувствуешь какое-то неудобство, какой-то дискомфорт, mm -hmm. значит, переключай. Mm -hmm. Вот если новости включить или там посмотреть, это, это просто сводка смерти идет, понимаешь ли? Mm -hmm какие положительные эмоции у тебя будет на весь день. Ну, получил ты эту информацию, ты ее принял, ты упал, упали твои вибрации. То есть, ты не посмотрел там на лес, на птичек, какую-то комедию, где ты идешь с хорошим настроением, а ты узнал, что полмира уже погибло, а остальная погибнет завтра. Как сказали по телевизору. Вот так вот. Ну, они там могут давать фильтруйте, хорошие эмоции. Фильтруйте, ставьте фильтры. Человеку все а. можно в этой жизни, но не все полезно. Поэтому а. ставьте эти фильтры. Не пропускайте определенную информацию к себе, не допускайте ее. Тогда ваши вибрации будут сохраняться. Человек просто по кругу ходит, у него эти привычки, их очень трудно победить. Если ты привык ходить и вышел направо, повернул, ты хочешь всю жизнь направо, поверни налево, ты увидишь другой мир. Ну, к примеру, так, зайди в другой магазин и так далее. В этом отношении мы очень ограничены, как, как люди. Поэтому вот это и есть слово, опять-таки, входит в понятие осознанность. Ты осознанно принимаешь решение от чего-то отказаться, а что-то впустить в свою жизнь, потому что это принесет тебе свет и развитие, и любовь отца, и веру, которую ни один тебе священник не может дать. Потому что вера, она в сердце человека. Надо работать над собой. У нас был один вопрос такой: сколько надо было прожить, сколько надо человеку прожить? Меня когда-то спрашивали, чтобы воссоединиться, сколько тысяч жизней надо прожить человеку, чтобы воссоединиться со своим э, с творцом. И знаешь, что mm -hmm. ответил Архангел Ханил? Mm -hmm. Что? Совсем не обязательно тысячи жизней жить. Ah. Он, уже, он уже в вас, вы уже с ним соединены. Угу. используйте этот контакт. И использовать нужна возможность сейчас, да, вот как Пока это... мы живем. Да, пока есть пока время. Пока можем что-то изменить. Еще по поводу религии дополнительный вопрос от Александра. Когда заказываешь сорока уст в трех церквях или псалтырь о здравии, какой эффект, как проявляется защита? Ну, я так поняла, ты пришел, заплатил денег, заказал, на бумажке написал и ушел. И за тебя молятся, там, 40 дней, да? Ну и как, Чита... ну как молится и... этот священник? Он молится... Читают имя в... Они просто зачитывают сумасшедшие скорости эти имена и поминают их в том царстве. Что ему... Ну, хорошо, помянули человека в том царстве, но это услышал я... Понимаешь, здесь надо сейчас жить осознанно, там ты ему человеку уже ничем не поможешь, он уже все, он закончил свое существование, у него уже начинается новая жизнь. Если можно было что-то изменить, надо это менять, пока ты жив. Нет, тут о здравии, псалтырь а. о здравии, если а ты что заказываешь, я так понимаю, себе а. заказываешь. А, в этом плане, потому что… Ну вот чтобы за тебя там помолились, я так понимаю, ты… У тебя больше шансов реально. Самому. Самому. Искренне да. помолиться, и тебе дадут и ответ, и решение, чем отдать незнакомому человеку просьбу. Угу. Ну, хорошо, но прочитал он, но ну, как опять он читал? Он читал с искренней душой. Не все слова проходят этот фильтр. Понимаешь, не все слова достигают высшие э, светлые силы. Я там человека. фильтры стоят, там тоже фильтры стоят. Именно по твоей чистоте будет тебе дано. Угу. Как и... ты просишь? Если ты просишь как человек, который э, вообще не собирается, он просто ему мешает его, эти проблемы в жизни. Вот он хочет, чтобы он перестал болеть, не меняя своей жизни, ничего не меняя своих вредных привычек и так далее. Получится у него достучаться, получить это здоровье? Я не знаю. Но обычно надо что-то отдать, чтобы что-то получить. Это вот этот процесс называется энергообмен. Пожертвуй свои плохие привычки в обмен на это благо, на это здоровье. Перестань думать деструктивно, сделай больше хороших дел и все, что тайное, отец увидит и воздаст тебе явно. И общайся с ним искренне. Можно общаться, можно разговаривать своей молитвой, можно самому придумать молитву. И он его услышит, возможно, даже быстрее, чем ты прочитаешь вот такой текст. Понимаешь, здесь нету такого твердого правила. Просто надо разделять веру, истинную веру, от инструмента, придуманного людьми. Угу. Ну а и все, получается... Что было написано, было написано все, что мы знаем, было написано людьми. Соответственно много раз дописывалась, переписывалась. Когда я спрашивал Архангела Ханиила насчет того, что как же собрать вот эту всю общую картину мироздания, она говорит, вы ее не соберете. Она уже до такой степени разбросана. Тут кусочек, здесь пазл, здесь пазл. Вы знаете это, но вы не знаете того. Вы знаете это, но вы этого не знаете. И никогда вы эту картину... И это делалось многие столетия специально для того, чтобы в своих интересах то людей починить под себя. Мы же знаем, что церковь не всегда была святая. И людей сжигали, и уничтожали, и крестные походы, и, и всякие люди приходят в церковь, и то есть это тоже люди. Здесь нельзя так сказать, что если это церковь, это уже хорошо. Здесь речь идет, спроси свое сердце, вот куда тебя тянет. Ху, ты чувствуешь себя хорошо перед этой иконой, пойди Искренне, помолись ей, прочитай, и вот получи этот фидбэк, эту обратную связь, это состояние тепла. Угу. Что твоя молитва дошла, потому что человек всегда слышит, когда его молитва искренне доходит. Всегда. Те, кто не слышит, значит, она не дошла. Он просто понимает: у него или слезы идут, или идет такое состояние такое духовное. Это значит, тебя услышали. Обычно ангелы так отвечают. Вот, и человек направил свою молитву, он был услышан, ему помогут. Только mm -hmm. так это работает. Но это действительно надо быть искренним, а не зайти на пять минут, быстренько прочитать, и все, я бросил там пять копеек, и все, у меня уже вопрос решен. Ну... Там, все, там, позна... там позаботиться уже. Нет, и опять же, это человек... самообман. Будет читать, он же не знает этого человека, он даже представить его не может, о ком он молится, правильно? Поэтому ну, а тут... говорят, что надо не священнику молиться, а родным за него. Потому что они его знали, они эту энергетику знают, они его находят. Мать там, сына находит, или сын мать находит. Вот так вот доходит. К что этому священнику, которому ни тебя не знает, ни твоей жизни, ни твоей ситуации, ни как жил человек, какую он молитву прочитает? Он прочитает текст. И в этот текст ставят фамилии там, 40 человек, или, там, которые заплатили за то, чтобы их помянули. Я не знаю, есть ли толк от этого. Ну да, наверное, нет смысла так. Мне кажется, просто это логики нет. Вот у меня есть э, друзья, они муж и жена, они ездят в монастырь, и они матушку просят там, и она за них молится. Вот это, я думаю, уже ну, как бы где-то работает. Она их понимаешь? с ними общается. Но ну, опять-таки хорошо, ну, ну, это вполне возможно, ее молитвы доходят раньше или доходят выше. Угу. Но это не значит, что на ее молитвы ответят, а на твои не ответят. Угу. Если тебе должно быть отвечено, ответят и тебе. А если не должно быть отвечено, так как ты еще сам внутренне изменился, то ей никто ничего не ответит. И она становится точно таким же священником, который только читает текст. Угу. Немножко... Давайте я подытожу. Давайте. Давай. Я небольшую сказку расскажу. Жили-были три старца на необитаемом, скажем, острове. И прознал про них священник что там живут три старца, и они молятся, и молятся неправильно, и сами себе там придумали, кому молиться и как. И вот он нанял лодку, поехал на этот остров через озеро. Ну и говорит, что вы неправильно молитесь, вы э, все неправильно делаете. Как вы вообще, какой имеете право это делать? И старцы говорят, дорогой священник, научи нас, как это правильно делать. Мы с удовольствием будем молиться правильно. Мы вот живем здесь всю жизнь, мы просто не знаем, как это делать. И священник им достает текст молитвы, читает им, говорит как, говорит, запомните все это. Они говорят, конечно, мы запомним, повторяют несколько раз. Говорят, мы запомнили, священник садится в лодку, уезжает, и на середине озера один из старцев догоняет его по воде и спрашивает, священник, извини, я вот на середине забыл, что дальше. То есть, понимаете, в каждом из нас сидит частица Творца, вам не нужны монастыри, вам не нужны священники, монахи и все остальные, включая церкви, чтобы... Ну, отправить свою молитву к своему Отцу, опять же, мы в прошлом видео говорили, что такое молитва. Не надо просить, надо, надо благодарить, понимаете? У -у -у -у. Дайте. Можно просить и вставлять какие-то определенные слова, но вы молитесь сами, как вы это понимаете, как вы это знаете, вам уже все дано. У -у -у. То есть священник, который был в лодке, он не может ходить по воде со всеми его молитвами. А обычные старцы, которые живут простую, добрую жизнь, и молятся своими словами. Слова. Да, они ходят по воде, сами не зная, что это чудо. Вот. Ну и возвращаясь, в конце концов, к... Я не говорю о всех людях, но, безусловно на майбахах разъезжающие представители церкви, они никогда ни у кого не вызовут никакого глубокого уважения с охраной, там в кортедже по 10 машин и так далее, когда столько несправедливости, столько несчастных, больных и бедных людей находится. Вот я к такому священнику не пойду. Это мой ответ. Для меня очень важно знать тут, чтобы этот человек сам был духовным. А тот человек, который пришел просто зарабатывать деньги в церкви, к сожалению, тоже такое есть. Вот для меня он недостаточно духовный, что он сам в поиске. Это служитель культа, это служитель религиозного культа, не больше. Но не он является твоей билетом в Царствие Божие, а ты, твоя душа и твой контакт с Отцом. Ну и, конечно, твоя жизнь. Вопрос от Сергея. После просмотра видео Веры и Влада я тоже захотел поговорить со своим куратором. И я получил ответы на свои вопросы. Может ли вместо него быть темный дух, который входит в мое доверие для дальнейшей своей выгоды? А, а, что он ответил? Вот вопрос. Что он ему ответил? Какие он ему информацию дал? Если это ценная информация, если это информация, которая проведет его к дальнейшему развитию, то да, если куратор его нахваливает, то это сто процентов не куратор. И куратор, дает подойти еще. Да, кураторы и учителя, пусть все сразу поймут правильно, очень, очень и очень редко хвалят своих подопечных. Нас Веры, очень редко вообще когда-то кто-то хвалил. Это не входит в их планы. Хвала, похвала это лесть. Есть на один там канал, который пытался там сам разбираться, смотреть, если у меня крылья или нет. Так вот и у них кураторы, у них рот не закрывается. У них кураторы постоянно их хвалят. Причем на чистку приходят у них чуть ли не все архангелы, которые там есть, я еще ни разу не видел, чтобы архангел Михаил там больше минуты у нас находился. Да Вера? Хоть Сколько раз мы уже с ним встречались? Ну, у них ощущения. нет времени, у да, них тревать. нет время ты их ты им мешаешь ты их отвлекаешь от важных дел и тут такие видео полтора часа Архангел Михаил кому-то рассказывает я не знаю честно говоря меня удивляет причем общие фразы нет никакой конкретики Архангел Михаил так не говорит у него да. абсолютно простой нормальный язык он когда помню подходил когда мы там встретились с одним очень сильным вот этим демоном вот он положил уже руку на плечо и сказал Брат, не бойся их, они не такие страшные, как кажется. Угу. Вы намного их сильнее. Вот слова Архангела Михаила. Не было там вот этих выдуманных пузырей воздушных и так далее. Делайте так, ходите такие-то ритуалы, нету этого всего. Ну, или они общаются с другим Архангелом Михаилом. Я не знаю. Но дело в том, что кураторы очень редко хвалят, очень. и есть такая опасность, что если ты не знаешь имя куратора, что ты не с тем общаешься. Ты можешь вполне общаться с драконом. Угу. То есть по имени больше вероятности. Надо узнать, во-первых, его имя. Угу. По возможности задавать такие вопросы, чтобы только он знал их. А он знает, куратор знает твою личную жизнь полностью. Вот. Поэтому. Надо какие-то такие вопросы задавать, которые проверять. Просто проверкой. Если вы его не видите, а слышите только голос, у вас нет возможности проверить и снять все маски и голограммы. Мы их снимаем, потому что мы их видим. Если ты слышишь только голоса, надо еще понять, откуда они идут. Хорошие они или плохие. Ну, и опять же, куратор не может сделать за тебя выбор. То есть сказать, вот так дело или вот так Любой делай. выбор. Куратор скажет нет. Все, что связано с принятием какого-то решения человека в этой жизни, человек сам обязан принимать эти решения. Uh -huh. Иначе куратор живет за него и решает его проблемы. А это не смысл его прихода на землю. Может, куратор подсказать варианты решения, а ты уже сам выбираешь? Ну, вот кураторы, к примеру, говорят, нам вот такая была у нас клиент, сказали, открыто, так жадность твоя. И надо с этим пороком бороться. Вот так вот они говорят. А, я помню, да, это видео. Да. Yeah. Вот такие вещи. Они yeah. говорят прямо, они не растягивают, не пузырей не пускают никаких. Они говорят по делу коротко и они заинтересованы, чтобы ты рос. Ты будешь чувствовать это любовь в их словах. Они любят действительно тебя как человека. И в основном куратор выбирает э, человек сам себе, а не зная друг, его еще с, с других жизней, вот. иногда куратор дается. Иногда к этому куратору учитель дается. Но все это заранее. Я Архангела Ханила тоже спрашивал, кто кого выбрал. Я выбрал вас, э, э, куратор выбрал учитель, ученика, учитель выбрал ученика, или ученик выбрал учителя. Но он сказал, что ученик выбирает учителя. То есть ты должен кого-то себе пожелать. То есть это уже на твоем желании основано. То есть, соответственно, я, видать, пожелал себе. Или другой человек пожелал себе и получил такого куратора. Вот так. Но это все связано опять с предыдущими задачами, жизнями и так далее. И так далее. Ну, это похоже на нашу жизнь здесь, в реальной жизни. То есть мы что-то тоже выбираем сами учителей, а не учителя нас выбирают. Абсолютно верно. Все-таки есть точно такой же принцип. Вот поэтому, ну тут Сергей задает вопрос про буддизм, но я думаю, мы не будем его затрагивать, потому что вопрос, я не понимаю, как сформулирован, он не сформулирован. То есть мы уже как бы ответили про буддизм, что ну, из всех религий она более приближенная. Если вы. Помнили изучали... помни, помни да, Архангела изучали. Ханила, да. Она дальше. более все приближена, а так на, на настоящий момент ни одна религия не существует истинная на Земле, та, да, которая есть. эту тему ну, мы, наверное, не будем сейчас подробно, потому что ну, я не понимаю в этом ничего. Вы тоже, я думаю, не вникаете. не буддисты, нет. Да. Там был вопрос такой про потоки, как принимать потоки и... Девушка Елена спрашивает: а как понять, где какой поток, как его нащупать, или ты сам формируешь мыслеформу, под каким потоком стоишь? Потому что вы там отвечали пусть, уже в комментариях. Пусть Вера вот ответит. Дополняет дальше. Пусть Вера и, ответит. Вот, про допустим... какие потоки мы говорим? Лечебные потоки или про что мы говорим вообще? Да, потоки энергии. Энергетические потоки. Да, там, ну, ну, Для чего? Представляешь... Для наполнения энергиями. Ну, я полагаю, да. Именно да. Наверное, мы когда наполняем да. энергиями. Мы наполняем энергиями э, тела. То есть семь потоков, вот они так и идут по семь, семь тел, семь потоков идут. Вот эти Раз... семь потоков. Красный, оранжевый, желтый, то есть космическая энергия идет. Она э, легкая энергия, намного легче, чем земная, поэтому она расходуется быстрее. Поэтому мы немножко больше добавляем всегда ее, чтобы человека, пока он восстанавливается, у человека чтобы была эта энергия на первое время. Э, потоки представляете, так и представляете, по семи телам разного цвета. Как радуга, они идут. Это совсем вот для дилетантов, да, самое простое это семь потоков представляет. Вы должны не только представить их и сказать, что сейчас поступает меня семь потоков, вы должны ощутить, как они вас поступают. Это ну очень это важный фактор. Да, дальше это уже само будет переходить. Да, вы будете их чувствовать. Наверное, посмотреть какую-то практику, загуглить, да, и там же не только представлять потоки, там, наверное, нужно заземлиться, соединиться с. Совсем не обязательно. Нет, не надо. Нет. Нет, мы заправляемся с каждый день. То есть я встаю, подхожу и даю себе команду. И счет три в макушку моей головы начинает поступать семь высоковибрационных потоков. И, правда, цифру, сколько процентов мне надо, я ее получаю автоматически. Человек должен запросить, сам себя спросить, сколько мне надо энергии. И вот это первое число, которое он получает. Обычно это в пределах лежит, ну, скажем, от 200 до 600-500 процентов максимально. Шкалы разные, кто-то 100% шкалой. Кто-то и 100% хватает. Но ты должна понимать так, что люди к нам приходят с 30%, 40% энергиями, уходят с 300 или 500. Это, конечно, там тоже идет шок сразу в голове, потому что столько энергии за один раз э, получает. Вот, надо прочувствовать, как эта энергия идет. Вот как вы заполняется, представьте себе бутылку, какую ее ставите под кран. Вот она снизу заполняется и вот поднимается наверх. Все, закончилось. И теперь вы даете себе вибрации. Поднимаете опять вибрации? Опять должны спросить, на как, до какого уровня мне поднять вибрации? Идет вам число. Или поднимаю уровень до, ну, у меня, к примеру, 37 герц, я поднимаю до 37 герц. И опять жду эти ощущения, прислушиваюсь к своему телу, как оно все поднимается. Как опять эта бутылка заполнилась, я даю третью команду. Синхронизируется энергия и вибрации. Гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. И вся энергия начинает между собой синхронизироваться. Это процесс трех минут. Двух минут. По цветам чакр, вы не представляете. Они автоматически идут. Да ты можешь сказать «Все необходимые мне цвета». Угу, понятно. Если ты не знаешь, какие цвета ты хочешь, тогда говори «Все необходимые мне цвета». Угу. И ты никогда не ошибешься, тогда «Не необходимые» не пойдут просто. Я а так, св... а так св... каналов очень много, цветов очень много. Они действительно не семью заканчиваются, а их намного больше. Вот, и каждый цвет имеет свое предназначение, свою энергию, и для чего-то одна исцеляет тебя энергия, вторая энергия тебе делает защиту, есть черная энергия, которая, например, для защиты крыльев нам нужна, и так далее, я ее использую, и, ну, такие вещи. Угу. Но процесс заправления энергиями, поднятия вибрации у человека должно быть отработан, как чистка зубов. Встал утром, заправил энергией, поднял вибрации. Когда у вас высокие вибрации, когда у вас достаточно энергии, ни один вирус к вам не подойдет. Он просто не выживет в этой среде. Ему нужно 8 Гц, 7 Гц, ему нужна частота демона, беса. Вот такая частота ему нужна. А у вас 27, у вас 30. Он просто не выживет, он не войдет в вас. И человек, когда ему ничего не мешает, и эти энергии есть, он начинает самоисцеляться через какое-то время, проходят болячки. Если орган какой-то болит, основная его причина болезни этого органа, что этому органу не хватает энергии. Если ты снимаешь эту проблему, у него, этому органу хватает энергии, и он начинает самоисцеляться. Так устроено наше тело. Я Даже... бы хотела про вибрации добавить еще, что как вы их чувствуете, вот как вы энергии будете чувствовать со временем, что вы наполняетесь. Mm -hmm. Влад объясняла уже, как бутылка, да, вот она заходит и снизу, но все по-разному, кто-то может по-другому это чувствовать. Также и вибрации, то есть вы в руках будете покалывание чувствовать такое со временем, что ну, вы наполнены вибрацией, потом может, вообще вы можете сжимать эти вибрации, то есть кто, кто насколько это на земле… Вера в руках колет, Чуть. у меня волосы на, на голове шевелятся. То есть у каждого по-разному. Какая-то реакция по-любому будет. И вы, безусловно, вы должны верить в то, что вы говорите. Если вы говорите, сейчас идет поток. Вот в этот момент вы должны знать, что он начал идти, когда вы щелкнули пальцем. Именно щелчок пальцами это делается для того, как подтверждение команды. То есть так. как тренировка. Каждый... Сейчас, значит, три... В макушку моей головы начинает поступать 7 высоковибрационных потоков. 1, 2, 3. Все. И вот эта команда и пошла. И энергия пошла. Вы просто стоите, прислушиваетесь к своим результатам, поднимаете частоту. Надо привыкнуть к высоким вибрациям. Многим будет это не занятие не... Не понравится, потому что все-таки энергии они по-разному люди, люди ощущают. Люди с потенциально низкими энергиями, им сорвет крышу от высоких энергий. Но если они не будут поднимать себе потихонечку энергии и вибрации, то их сожрет вот эти низкие энергии. То человек стоит перед выбором. Или ты поднимаешь, все поднимается сейчас, и земля поднимает свои энергии и так далее. Вот, Если человек просто не сможет выжить с низкими вибрациями скоро на этой земле. Вот этот принцип. В общем, ребята, вырабатываем каждое утро новую привычку. Я завтра почистить. Перед днем опять себя... Перед днем, да, днем, днем добавить в обед себе это чуть-чуть энергии. Вот. Mm -hmm. и, и держать, она не так сильно и расходуется, если ее постоянно подзаряжаться. То есть у вас постоянно будет какой-то определенный уровень. У меня постоянный уровень подзарядки, без подзарядки около 300, уверен, не меньше. То есть это... Mm -hmm. Такое наше рабочее состояние. Вот, и у других людей это то же самое. Ничего сложного в этом нет. Но вы спрашиваете всегда цифру, потому что. Еще а раз, обязательно спрашивайте, да. Если это даже вам 80 придет, это будет нормально. Просто начинайте с того, что вы услышите. Сколько, сколько? 80? Ну, кто-то еще раз говорю, пользуется 100-бальной шкалой. Понимаете? А. Поэтому. Ну, не нужно заостряться на цифрах, которые сказал Влад. Слушайте свои. Безусловно, Начинайте каждому свои. придут свои цифры. Каждому придут свои цифры. Вот если Начинайте сделать свои. сколько мне надо энергии. Вот первая цифра, которая тебе идет, это она обычно трех или ну, обычно трехзначная, может и четырехзначная быть. И вот это есть количество энергии. Какие мне нужны вибрации? вот угу. эта цифра идет. Угу. Обычно она двухзначная. Ну, я же встречал трехзначную круто. У каждого по-разному. Да, тут Оксана спрашивает, хотелось бы услышать хоть немного информации о душах первородных, ангельских, космических, земных, об их особенностях, отличиях, о задачах в земных воплощениях. Ну и там второй вопрос, тоже очень длинный по кармическим узлам. Ей там пришла информация, по поводу ну давайте на первый вопрос потом на второй обширный вопрос Влад какой вопрос по был по поводу э, первородных космических душ, ну, душ. Ну, первородные там... космические ну вот смотрите да, особенности отличия и задачи их Внешне никаких внешне, внешне... Вот ты ты к примеру Ольга ангельская душа Вера космическая душа, я космическая душа. Клиенты у нас были первородные души. Кто такие первородные души? Первородные души это души, которые были первыми созданы вручную Творцом. Они уже давным-давно закончили свой цикл существования на Земле. Очень редко приходят на Землю. И у них такие энергии, которые представляют для самый большой интерес для паразитов. Потому что они там разноцветные, такие как там огоньки бегают, и у нас было такое, что вот, когда мы человеку такого первородного чистили, пес, который хотел лярву, мы ему эту лярву отдали, он ее сожрал и в клетке отравился. Упал. Я даже не знаю, выжил он или нет после этого. Вот, вот такие опасные энергии, вот, вот такие есть, да. Но именно надо уметь, ими надо уметь пользоваться, опять. Да. Так, если люди. Ты помнишь, эти души, они пришли, на, приходят на Землю для самой планеты, то есть, чтобы Они приходят, чтобы поддерживать какой-то баланс планеты, то есть, им. совсем Им очень тяжело в этом человеческом теле тяжело. Да, если они неправильно используют свою энергию, он может себе навредить. Я помню это видео, да. Абсолютно верно, да. Это значит, что касается ангельская душа, это душа, которая родилась в ангельском мире. Они точно так же, ангелы, приходят на землю, проходить mm -hmm. свой опыт. Опять точно, для законы для всех во всем мироздании одни. Mm -hmm. Ты должен переродиться для того, чтобы где-то прожить какую-то жизнь. Получить, решить какие-то вопросы и подняться выше. Это и есть твое развитие. Для этого ты и пришел. И очередь стоит за каждым из нас миллионы. На каждого живущего. Поэтому те, кто заканчивает жизнь самоубийством, те вычеркиваются, соответственно, из всех договоров. Вы нарушили контракт. Вы входили сюда по, собственному, по своему собственному желанию. Ну и насколько я знаю, задача ангельских душ э, ⁇ нести свет. Нести свет. Да. Это и одна единственная задача. Души, они, как правило, приходят уже, они добрые, они бескорыстные, у них нет э, каких-то темных мыслей. Просто нет э, в себе... Помогу нести добро, нести свет. Нести, да, то есть... А на уровнях я бы не зацикливался. Я не зацикливался, Я читал там на каком-то сайте, э, там где... О всех душах рассказывали, вернее, с какого уровня пришла, и там есть какая-то группа, они аж, аж с 22 уровня. И вот они себя уже там описывают чуть ли не полубогами. Вот это э, вот это действительно неправильно. Не проблема прийти с 22 уровня сюда. Проблема вернуться на 22 уровень или на 23. -й. Это да. И там комментарии были, и кто-то написал, у меня начальница, судя по вашей дате 24 уровня, то есть самого высшего. Редко такую стерву встречала в жизни. Вот так вот. Есть и такие, да. Человек просто высокий уровень пришел, но это не значит, что он об этом знает. Или что-то сделал для своего развития. Вот так вот. Это не является гарантией, что ты хороший или плохой человек. Это просто количество прожитых жизней. Кто-то говорит, что это количество прожитых жизней соответствует какому-то уровню. Вот. Я считаю, что это немножко там другая. Но мы глубоко не внимали, не вникали в эту ситуацию, потому что это действительно потеря времени. И если ты здесь, какая тебе разница, откуда ты пришел? Ты уже здесь. Делай лучше, развивайся и, и, надейся, что не упадешь вниз. Здесь очень легко уйти вниз. Да. Пришел ты с 2-4, а оказался на 9. И все. Да. Представьте, сколько тебе надо еще. сделать. Как говорится, в каждый момент жизни у нас два пути: или деградировать, или как это, по-другому, или прогрессировать, ну, подниматься вверх. Или да. туда, или сюда. Все. Это все решается количеством набратой черной энергии за прожитую жизнь. В среднем лежит от 17 до... 30 это еще не, не очень опасно. Точка невозврата 51. После этого душа уничтожается. Мы вчера общались с одним бесом. Помнишь, Вера, который человеком был на земле? Я помню, не уничтожается, наверное, уходит вниз, я бы сказала. Душа не уничтожается. Мы можем спросить у них в следующий раз. Они тебе расскажут. Ну, в общем, 51 это является точка невозврата. Они, по-моему, и там уже не нужны. Что-то там вот такая вот ситуация. дойти до 51, это что надо такое надеть? Ну вот этот, э, не знаю, во всяком случае, этот бес, он набрал 40%, и он был при Римской империи. Он 54, по-моему, набрал. Вот у него и есть точка невозврата. Не 54, 54 он не набрал, он набрал 40. Ну, я уж не помню. 40, он меньше 51 набрал. И вот он уже 2000 лет находится в аду. То есть работает своим бесом там и так далее. А был он правой рукой кайзера какого-то. Он был исполнителем императора Августина. Августина. Римской империи. Ты представляешь, и вот этот чудовище маленькое перед тобой стоит, это Бесяра, вот он был человеком, да, и имел такую должность. И уже 2000 лет работает. Это что так надо было сделать? Да, что? Ну, да. это сплетни, это... сплетни, дворцовые интриги, убийства, не, это, естественно, это... власть, э... за власть, вернее. Угу. Не знаю, он нам особо не рассказывал, за что... Какой то вот, нас он... кардинал. Ему наверное. не хотелось вспоминать даже, да. А с одним разговаривали тоже Бесом, он тоже был человеком, который во время войны там более 150 человек убил в Австрии, родился специально, чтобы участвовать в войне. И такие души приходят. И он набрал 37%, по-моему, там что-то такое. И 800 тысяч лет ему дали. Он 800 тысяч лет будет находиться сейчас в этом месте, где он находится. То есть mm -hmm. работать этим. Вот так вот. Второй вопрос можно от таксаны зачитывать? Хотелось бы услышать информацию о круге воплощений. Помню, перед этим воплощением на Земле мне предлагалось пройти три кармических узла и оставалось пройти в последующих двух земных жизнях по еще одному узлу. Итого у души было пять узлов. Я посчитала, что растягивать на три жизни пять узлов нецелесообразно и решила все пройти в этой жизни. Вопрос, что происходит с душой после того, как она покидает круг воплощений. Искренне благодарю Влада и Веру за возможность прикоснуться к этим Уз... знаниям. Узлы к этому никакого отношения не имеют. Узлы – это ваша задача на эту жизнь. Вот Пять – это вообще немного. Пять – это вообще среднее число. Но я уже прошла пять свои <соц соц /2> в этой жизни. Еще. <соц /2> лю один. Людей восемь видели, девять узлов и так далее. Это раз. Во-вторых, они не даются, вы их сами берете. И те, которые вы взяли на себя, но не выполнили, они переходят на новую жизнь. То есть вы знаете, у вас есть жадность, вам надо жадность побороть. У вас есть там это, это и это, и это вам все эти... Человек каждый знает все свои негативные черты. Он всегда знает об этом. Или всегда догадывается, если он искренен к себе. Поэтому я не вижу здесь, это не связано вообще ни с каким дальнейшим. Ну, решил ты свои вопросы, выполнил программу, хорошо. Возвращайся назад, и, и развивайся дальше. Следующее воплощение. Следующие новые задачи. Можно даже на другую планету. Можно. можно и на другую планету, конечно, да. Новые формы жизни. Я вот тоже решил в следующий раз не на Землю прийти. Уже? Уже решил? Ну а что, я спросил на плеядах, не будет ли они возражать. Есть места намного приятнее, где можно жить. Например? Тут есть куча таких планет, где... Ну ладно, не будем сейчас об этом. Давай. А, давай Следующий вопрос. Это было обоюдное решение не говорить человеку, когда именно проводится сеанс. Почему? Что значит обо... обоюдное решение? Это решение я принимаю, и это решение принимается только по одной простой причине. Нас знают. Если демоны узнают, что мы приходим, он уйдет, но это не значит, что он уйдет навсегда, он уйдет на время. То есть он уйдет в 14.00, к примеру, такого-то числа, когда я объявлю об этом термине. После этого он придет, и кто кого будет ловить? Поэтому мы никогда не говорим, чтобы не распугивать Внезапность. ни космических интерферентов, ни низковибрационных паразитов, демонов бесов и так далее, инкубов и так далее. Они тоже не хотят, чтобы их лупили. Они прекрасно понимают, они знают, чем это для них может закончиться встреча с нами. Поэтому момент внезапности здесь играет свою роль. Больше ничего. Да и вы ничем нам не поможете, когда мы работаем. Даже если вы знаете, когда мы работаем, ну, ну хорошо. Ну, может и навредите. Может еще и навредите своей какой-нибудь реакции, там, к себе и так далее. Лишний раз. Здесь никакого нет злого умысла, просто это сделано для того, чтобы всех споймать. И никто не убежал до сеанса. Блата, я знала, что будет в 9 вечера сеанс, и ничего не повлияло никак, все отлично прошло. Всех убрали. Ну, у тебя там особый случай был вообще. Да. И копье тоже. Сейчас мы уже не говорим, когда мы с тобой работали, у нас еще не было такой, в общем-то, резонанса, а сейчас э, уже... Ну да. Уже Если они... вот эти, э, как они, за, за несколько месяцев вперед знают, что вы будете делать, вот эти... Ну у нас, когда первая встреча с бесами была... Которая, да, вот да. ждут, когда их У нас, когда они... были первые встречи с низким миром, когда мы начали работать, там вытаскивали их. Я помню, там был такой бес, который посмотрел на меня. Хороший костюм, раз себе точно такой же сделал, как у меня. И он Вы... стоит с этим костюмом, или черт это был, в этом же костюме, а который я. Костюм? Я Какой... говорю, Слушай, что ты делаешь вообще? Что ты... А у нас оружие тогда ничего не было. А он говорит, да пошел ты нахрен. Вот так вот. Вот мы начинали с этих ступеней. Сейчас, когда я, один, они нас видят, они говорят, мы не хотим с тобой общаться. Мы не хотим с тобой ничего иметь общего. Вот это вся разница. То есть этот респект, его тоже надо как-то заслужить. Все, что мы делаем, это наблюдает и светлые, и темные. По Вселенной вся информация известна. Вся. А, а что там за костюм был? Какой он был? Какой блестящий какой-то? А, ну, у нас там специальные комбинезоны. Сейчас мы у нас новые уже. Это были первые, которые специальные скафандры. У нас мы в скафандрах работаем. То есть там для защиты, плюс наши защитные поля. Плюс, 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 и вся эта процедура очень важна для нашей работы, потому что мы с опасными сущностями имеем дело. Костюм ему понравился. Мне нравится, как вера. Он уходил, и так раз, и раз мой костюм Вера такой же, как у тебя, почти. Мне нравится, как Вера комментирует, когда вот эти черти начинают там отвечать, что надо. Я она таким голосом тоже, что надо? Я не знаю, Вера, что ты не разговариваешь вот этим голосом, как на некоторых каналах разговаривать? мы это низкие вибрации. Я не понимаю, чего почему ты разговариваешь постоянно нормальным голосом? Где вот это? Я даже не говорю словами, которые он говорит, потому что, ну, это да низкие вибрации. И ты повторяй, ним, просто никогда с ним не синхронизируешься. Просто голосом слова использовать. Я не, не использую такие слова. Сейчас тут где-то к Вере был вопрос. Юлия задает вопрос к Верочке. Как она переключается, абстрагируется после сеансов? Ведь то, что она видит, мягко говоря, впечатляет. Как вы абстрагируетесь? Или вы уже привыкли? Вера вообще камень ну, в этом отношении. Есть э, доля привычки, конечно, есть. Я есть. не сказала привычка, опыта, опыта какого-то. После транса э, не сразу, конечно, выходишь из него. То есть ты еще что-то делаешь, но ты продолжаешь быть в трансе и само зрение даже притуплено еще. Э, дело в том, что мы все-таки живем на Земле и для меня земная жизнь очень важна. Я люблю землю, и у меня много задач здесь. Ну, приходится совмещать. Как? Переключаться. Переключайте внимание свое на заботы какие-то, и все, да? Ну, у меня легче, у меня уже заботы ночь, этой, когда да, мы да. заканчиваем работать, у Веры там утро, поэтому у нее день начинается, а я тут с 500% энергиями, потом еще до 4 утра гуляю, потому что надо, чтобы оно утряслось, иначе ты не заснешь. Вот так вот. И получается, что у него заряд на весь день, а у меня полночи гуляния. А вы на, на гитаре, наверное, электро играете, да, всю ночь? Сейчас Режет видео, он готовит видео. Работа не останавливается только на трансе. У Влада много работы по общению с клиентами, проверки, а, нарезки да. видео, потом YouTube канал. Это все лежит на вот... А вот Это... эта музыка в начале видео это вы сами написали эту музыку? Это много моих музыки, моей музыки. Класс. У вас талант. А какие у вас еще есть таланты? Чем вы занимаетесь в свободное время? Ну, или его нет, это вас... Ой, я время. не люблю о себе особо рассказывать. Но, в принципе, нет, есть. рассказывайте нет. только что можно. Там, гуляете, там я не знаю, на природу ходите, там я не знаю, что еще. НЛО гоняю. НЛО гоняете. Так и получается, да. Последнее время. Вопрос такой по поводу вашей жизни, ну то есть было о том, что вы уже рассказали себе много, но еще почему-то людям интересно что-то знать. Как вы пришли к этому? Сейчас я вот где-то найду этот Хорошо, я к этому пришел. Рассказ Влада, как он открыл себе свою миссию, это Гульнара задает вопрос как он открыл свою... Сейчас, сейчас, сейчас прочитаю. Хотелось бы услышать краткий рассказ Влада, как он открыл в себе свою миссию, с чего начал, как пришел к этому, через что. Началось это через осознание того, что ты Спасибо. можешь предугадывать какие-то события, то есть это и сознание, оно всегда было во мне. Вот, когда Иногда было до такой степени осознания, что человек еще рот не успевал открывать. Я уже знал, что он ответит, и мне это не понравится. Вот. Я просто разворачивался до того, и люди не понимали. Потом, когда ты это замечаешь, оно или помогает тебе в жизни, или мешает. В том плане мешает то, что ты узнаешь, кто такие люди на самом деле, что они о тебе думают. Вот. После этого я особо не развивался до последних где-то... 20, 20, 25 лет, да. Вот, 25 лет назад эм, я заинтересовался рейки. Это тогда было, в принципе, новая такая вещь. И решил пройти этот полностью путь. Я учился у трех мастеров. Трех или четырех даже. Вот. Из трех стран. И э, очень дорого это все обучение было. Но у меня самые, все ступени, которые только есть, а их 21 вместе. Или 23 даже. Вот. Я прошел этот путь, но и потом чисто так, как и вы все случайно увидел эти видео про регрессивный гипноз. Э -э Планах не было этим заниматься, но решил сам пройти чистку. И когда из меня вытащили там пять интерферентов и две порчи, одна из которых была от моей тещи 25 лет этой порчи, порчи была, или 20 лет. В общем, она действующая еще была. После этого меня всего освободили, и я заметил, как начинает нормализироваться, то есть нормализироваться энергетика и вообще моя жизнь. Все начинает, в принципе, реакция другая, ты намного спокойнее, ты намного уравновешеннее, ты постоянно полон энергии, тебе не надо уже спать по 10 часов, как раньше, а достаточно 5-6 часов и так далее. И вот так вот в принципе вош... я вошел в эту тему, начал интересоваться этим, в принципе с энергетикой передачи энергии у меня и до этого не было проблем, вот, а конечно, познакомившись с методиками регрессивного гипноза, это, конечно, день и ночь. Это все эти это реки можно, безусловно, отнести к разряду забавных вещей, потому что в реке вы не увидите ни демона, и он не уйдет никуда. Но сделайте вы ему тепло, дадите ему энергию, он скажет, ну, хорошо, еще вот тут спинку нормально. Вот. Вещи есть, которые надо убирать из биополя. Они сами не уходят. И вот этим мы и начали заниматься. Как только мы начали заниматься, мне еще при чистке мои сказали, кто мои кураторы и кто мои учителя. Точно так, как и мы вам говорим, кто ваши кураторы, кто ваши. Если учитель пришел, то и учителя. Вот когда считали мою информацию, была информация, что у меня два учителя и один куратор. И один из учителей Архангел Ханиил. Вот с этого момента я уже начал, так сказать, раскручивать эту всю информацию. Хотелось бы все-таки, конечно, узнать. И вот так вот получилось, что я встретился с ним. 20 лет назад он приходил ко мне, но я, правда, не знал, что это Архангел Я думал, это ангел просто. И я исписал за этот вечер порядка двух тетрадей вот такой толщины. У меня шло какое-то автоматическое письмо, причем начинал писать на русском, заканчивал на немецком. То есть там шла информация. Ты не успеваешь писать. Ты а успеваешь сохранились эти тетради? Да, все это есть. Там рисунки есть. И я еще нарисовал себя, нарисовал эти печати. И когда я спросил, когда мы познакомились с Амиром с Плеяд, что это за печать, он говорит: это ты нарисовал по памяти звездную карту. Мы по, мы по этим дорогам передвигаемся. Ты ее по памяти нарисовал. В космосе, когда вы летите, вы не летите не прямо. Нету там такое. Вы летите прямо, направо, наверх, вниз, влево. Вот так. Там есть свои дороги. Да, так передвигается. Об этом очень мало кто знает, потому что никто не летал. Действительно. Да. да. Или ты полет идет э, практически в автоматическом режиме. Там ничего не надо переключать. Ты просто мысль управляешь, куда оно должно прилететь, туда оно и летит. А что да. еще вы там писали в тетрадках? В тетрадях, что я писал, эм, ну, там были такие очень умные мысли. Угу. Вот, например, такие, что характер человека закладывается до пяти лет. То есть детство очень важный фактор для ребенка. Если в детстве ребенку до этого возраста не дать той любви необходимо его не выровнять, его не сформировать, то его жизнь идет практически вот, вот, вот не так, как она должна идти. Детство угу. очень важный фактор. Потом я видел... Своей прошлой жизни. Мне да. начали, начали показываться вот так вот, как фильм. Вот он идет, этот фильм, и я там в середине был, я вообще не мог, в принципе, понять, что это я это вижу, все и так далее. А потом начался у меня диалог с Архангелом Ханиилом, и я там задал такие, пару таких вопросов и вот в чем отличаются ответы архангелов они до такой степени глубокие что потом сидишь и еще месяц думаешь вроде над одним предложением потому что там заложен очень глубокий смысл и вот так мы потихонечку начали а когда э, вышли уже с верой первый раз в астрал то с этого момента мы уже вместе работаем и нашли друг друга в этом плане так это была медитация, когда вы увидели Ханила. Чувства страха не было. Это была вообще не медитация. Это было просто я сидел дома и смотрел выключенный телевизор. Это состояние, кто-то присутствует. Потом просто пришел, и все. Интересно. Да. Там очень интересные вещи показали. Например, мне показали все языки мира, которые есть. Вот, да. Это вот такой огромный канат. Канат это, из, из таких это. различных цветных нитей переплетены. Вот так вот все, при, все языки имеют один, один, одну базу. И все они, их можно понимать. То есть они все переплетены в один большой канат, который уходит наверх. Вот так вот. А для вас, как для филолога, это информация, наверное... И для меня, как филолога, это очень интересная информация, безусловно. Потому что я-то и работаю языком, они-то а боятся моего языка. Сила mm -hmm. слова, вот это и есть, чем мы работаем. Mm -hmm. Классно. И тут продолжение, вы закончили, Влад? Да. Продолжение вопроса. Сейчас хотелось бы узнать и, крат, и краткий рассказ Верочки, ее духовный путь. О себе они уже немного рассказали в первой встрече вопросов ответов, но это было совсем первое знакомство. А теперь хочется о пути услышать, кто и как пришел к этой работе. Думаю, будет очень интересно, потому что они неординарные люди. Спасибо. Ну, Влад уже рассказал немножко. Вера, есть что-то добавить вам к прошлой встрече, что вы о себе рассказывали? Может, что-то и еще добавите? Свой путь. Ну что я могу сказать? Мой путь это книги. Я знаете, как говорят, книжные черви. А -а -а. То есть ну, много книг, много разной информации. Нужные и ненужные. Нужное и нужное отсеивание нужной, нужной какое-то осознание, то есть сравнение этой информации с другими авторами любопытство и потом мы меняли много стран и э, приходилось начинать все сначала и какие-то знания то есть нужно было постоянно кому-то платить в чем-то и на, например бухгалтерия да мне было проще изучить это и заниматься этим, иммиграция. Мне было самое проще это изучить и делать документы. И таких много-много пунктов. И вот один из них, это был как раз регрессия. Мне было всегда интересно, ну как это люди там в медитации попадают в свою прошлую жизнь. Я смотрела там каналы какие-то, но это было давно, Например, три года назад, скажем, канал, который показывает, как в медитации ты поднимаешься там на облако, открываешь дверь, ты заходишь на эту зеленую поляну через мост, и вот ты, оказывается, в прошлой жизни. Но... Всегда сидело сомнение, оно и сейчас сидит. Да, правда это или неправда? Вдруг это не моя жизнь, а куда я зайду? А если я заплачу, это будет всего один раз. Ну расскажет мне об этой жизни, и я потом буду всегда думать, что это так, а вдруг это не так? И опять же из-за любопытства мне хотелось само это научиться. Я начала искать, а где же можно научиться вот такому, чтобы вот в самой гипнозе или в гипнозе или как-то попадать туда? То есть все, все вот какие-то такие точки, так же, как нумерология. То есть из своего любопытства ты что-то, так же, как рейки, да, начинаешь узнавать, до какой-то степени тебе это интересно, потом интерес пропадает. Вот точно так же было с регрессологией и гипнозом. Какие-то каналы, какая-то информация, сравнение, анализ, выбор школы. И, в принципе, вот мы здесь... То есть вы из тех людей, которые не просто сидят и думают, вот, было бы классно там, чтобы вот так было. Вы идете, изучаете и делаете. Обязательно. Если я не понимаю что-то, я говорю, что это не понимаю, мне это не стыдно сказать, да, я не знаю этого. Угу. Понимаете? Но я открою, я почитаю, я буду знать, я возьму больше информации, если мне это интересно. Опять же, любопытство, как я сказала. На, на Земле и вообще в мире столько всего, мы не можем все это знать. И говорить, что мы там какая-то первая инстанция, вот так, нет. Поэтому да. я всегда читала многих, сравнивала информацию, какая-то мне была близка, какая-то была просто интересна, какая-то была безумна, но она интересна из-за того, что она безумна. Да? Ну вот такое сравнение и привело все это вот в школе, встречи с ладом и э, такого вот опыта. Ну, скажем так, что наш с тобой опыт на 98% уже от, наше знание отличается от того, которое мы получили. У нас вообще ничего, в общем-то, не осталось, ни от техник, которые мы изучали с тобой, которые мы ну, сейчас это применяем. Это, это все нет. находится в постоянном движении. Вот, мы, безусловно, не являемся... Последней я инстанции. Просто хочу еще добавить о себе, что моя фантазия, то есть она, можно сказать, вообще не работает. Я не могу придумать что-то, чего нет. У меня лицензированная профессия, то есть я работаю много с документами, поэтому придумать что-то. И вот мне вот это еще сомнение всегда сидело: ну как я могу что-то увидеть или вот рассказать или и и каждое погружение это для меня, для самой такой урок. То есть человек, который вопросы я их не читаю, никогда влад во многих случаях мне даже не присылает вопросы к кураторам. И когда вот он читает и идет ответ, это, это даже для меня что-то такое новое, необычное. Вот. То есть И поэтому наверное интерес пока не пропадает к этому всему. Мы видим просто конкретный результат нашей работы то, что Потому мы что делаем, это... нам нравится, когда люди приходят к нам после пяти, семи чисток были такие клиенты, вот, когда мы вытаскивали очень страшные сущности и мы их не можем находить, нам помогает наша техника, нам помогают наши связи и знания, которые нам даются. Но как идет обучение наверху? Тебя ставят в конкретные ситуации, тебе дается противник, с которым ты должен как-то договориться, как-то найти его и так далее. Доходишь ты до этой черты, тебе дается, вот ты поднялся на эту ступень, вот тогда тебе пошла информация. Перед этой ступенью тебе никто ничего не даст. Вот кидает тебя в холодную воду, вон там где-то что-то должно находиться, плыви туда. И ты плывешь. Нашел да, это. Иногда. Информация, и прикол, все надо, она и даже следующий. не понятна. Да, мы потом понимаем, и конечно. Когда мы складываем вот этот пазл, тогда приходят ответы понимания. Бывают такие, да. Такие. Вот, в принципе, мы оценим свою работу, ну, как нас и назвали-то эти чистильщики, да, бесы. Ну, мы не оцениваем, а вы оцениваете. Ну да, То есть вы оцениваете. Мы делаем свою работу на том уровне, который мы знаем. И, и... Нам приятно на, читать мы... первые клиенты, которые там 6-7 месяцев назад у нас были, вот они уже, уже сколько времени прошло, и как их жизнь меняется, и как все радикально меняется, вот те, кто удержали эти вибрации. Безусловно, были, которые по пять раз люди приходили. Поэтому мы всегда даем наших сеансы. В наш сеанс входит всегда два сеанса. Когда вы у нас заказываете чистку, получаете две чистки. Основную и после этого контрольную. В случае необходимости в течение месяца. Почему? Потому что в сущности вы не успеете просто быстро поднять вибрации и держать их позитивными. Вы не сможете быстро изменить свой характер. Вы не можете быстро перестать ругаться Это должно идти как бы И вот в течение первых, первого месяца Четырех недель Очень большая вероятность Что опять какой-нибудь паразит Увидев чистое биополе Просто прыгнет Таким относятся спруты и драконы Беспредельщики вот. вот они когда видят свет им по барабану Они сразу летят И где они могут только влететь Они влетают и устанавливают сразу Вот так вот бывает да, это все так и есть, потому что я вот по себе даже, я первую чистку прошла, потом прошло, сколько сейчас скажу, два или три месяца, и у меня там такие, допустим, появились ситуации, что я не могла не злиться. Вот я понимаю, я агрессирую и не могу сама контролировать свои эмоции. Думаю, ну все, это уже все, это кто-то по-любому подключится, ну так так и получилось. Когда бы э, в сентябре сделали мне проверку, то по срокам я так поняла, что именно в тот момент, когда я это понимала, оно это и произошло. Все, тут все понятно. Как Постоянно... это человек, который спрашивает, а что разве по 100 грамм выпить в этот, этот э, коньячку это что плохо, не разрешается как, для как он называется? Это? Для сосудов, как он сказал, и так далее. Да, это неплохо, в принципе, но. Сосудам понравится. Мы дали сюда две стороны. А получается, вот этот человек, который делал вам э, регрессивный гипноз, тоже профессионал, раз он вам сказал ваших кураторов, ваших. Ну, конечно, да, безусловно, есть очень много хороших да. пар, есть профессиональные пары, есть непрофессиональные пары, есть. Те, кто думает, что они что-то умеют, есть те, кто явно общается с темным миром и даже не понимает об этом. Есть волшебники, мы их так называем. Это люди, которые у них такие фантазии бурные, как закрыть сеткой информационное поле Земли, чтобы рептилоиды не вылетали. Такие тоже встречаются. Вот мы с, с такими редко общаемся. Есть э, очень много эзотериков. И ну, вот так вот все, все вместе. Ну, то есть вы попали туда, куда надо, в принципе. Нас, э, дело, нам Архангел Ханила сказал, что они долго работали, чтобы нас с Верой соединить. Со угу. а у меня еще к Вере будет вопрос. Но ну, и... Вера живет в Канаде, я живу в Германии. Мы друг друга никогда с ней не видели. Вот, живем. Угу. И... У нас всю, с первого дня как пошло, хорошо с ней. Вот, я подстраиваюсь благодаря под нее. Добавь. Что? Добавь благодаря Вериному терпению. Ой, ой, ну, конечно, да, безусловно, конечно. Верочка, спасибо вам большое за ваше терпение. Если вы там, да, ну, просто э, надо, чтобы вы дальше продолжали сотрудничать, потому что у вас, э, я смотрю, Канал, популярность растет его. Каналу еще нету года, а уже почти 4000 подписчиков у вас. И комментарии это сплошные слова благодарности. Поэтому, ну, продолжайте, продолжайте в том же духе. И у меня вопрос еще к Вере. Хотела бы спросить, вот вы во время сеанса, Расскажите, как вы это видите все? Это как яркий сон какой-то, или это еще ярче, вот, чем в жизни вы видите? Как, как это видение происходит? Ну, как вы это видите? Это как сон, я так понимаю. Но вот как во сне мы видим какой-то яркий сон, да? Вот так вы это видите? Или как? знаете right, там все вместе смешано. И это и чувство, это и видение, это и понимание вообще в правильном ты месте или нет, чтобы сделать эту комнату диагностики. И а, там нет времени. Фактор такой. я не вижу так, как мы видим в жизни, то есть это вот такое зрение, да, ты, то есть чтобы там повернуться и рассмотреть, это нужно больше времени, там ну немножко по-другому. Это где-то идут картинки, где-то просто информация идет, где-то это все вместе. Вот как сейчас Влад сказал про этого, кто он, демон у нас был, который был у Августина а, без, исполнителем. Без. И я вот вспомнила, что вот она пришла эта информация, он не показал, как я это увидела. Вот, то есть, когда он это говорит, да, вот как дает эту информацию, с этой информацией сразу идет и другая, что Именно вот э, во дворце о, это убийство, это за власть, все вот это. Я это не озвучивала, но вот оно как-то в комплекте все это пришло. Это что называется вот он... мыслеформа. Да, я даже не знаю, как это объяснить. где он это эту мыслиформу и, и там действие. Где Чувства, где-то это просто видение цвета. А где-то это вибрации, которые ни с чем не спутаешь, когда идут ангельские вот эти э, вибрации от человека. Или человек э, читает намерение, ты сразу ну, как-то чувствуешь уже по нему. Я не знаю, как, как объяснить даже это. То есть ты, ты, ты видишь, куда вы, эти вибрации идут, ты чувствуешь, что ли его, то есть звон его вот последний, а вот он идет даже не знаю, как сказать, его говорит-то Влад, Влад же читает э, манифест, например, а я вижу тонкую копию, от которой исходит вот это э, чтение, то есть он повторяет за ней. И я чувствую, как он повторяет, понимаете, как далеко его намерение идет. А кто-то, я вижу, что это намерение, там вообще нет намерения. То есть он читает это, повторяет действительно, но у него нет этого намерения. Он считает, что он сейчас это сказал, завтра встанет, и ну, с ним все, все по-другому будет. Да. То есть человек даже не прорабатывает это. В основном это дети, конечно. Дети подростки, я бы сказала, 15-16 лет, то есть там намерения очень мало. Иногда вот мамы просят чистку детей. И поэтому мы перестали читать вообще манифест, потому что ну, это бессмысленно. Человек не осознает, что он проговаривает. Дети мы не читаем, нет. Да, Дети мы не читаем. А вот Пос у, у каждого 16, 16 У каждого после сеанса остается запись. И там есть манифест. А если себе выписать на листик этот манифест и читать каждый день, это добавит силы. Но Видишь? если вы читаете это осознанно, я не знаю, насколько он полный, да, Влад, насколько ты вырезаешь там или отправляешь. Нет, я, когда в наши сеансы, которые проходят, мы там ничего не вырезаем. Которые вот, для клиента и, мы оставляем только для наших сеансов там, чтобы... То есть сделать. Вы должны понимать, что вы этот манифест уже озвучили, то есть вы э, были готовы это сделать. Конечно же, вы можете повторять его, но с, с намерением, с осознанностью, да, он поможет. Ну вот, да, да. это же уже да. в осознанном состоянии. Осознанно и решительно. Надо быть решительным. Почему? Я сколько раз специально спрашивал, когда там бес, говорю, что ты зашел в человек или демон. А да там нету никакого намерения угу. твердого. Ну, человек прочитал, говорю, что манифест. А потом ему говорю, а ты зайди сейчас, в мое тело зайдешь? Он говорит, нет, от твоих вибраций мне больно, я не могу. Вот разница. Угу. А намерение. В слабом намерении и в сильном намерении. То есть, если вы понимаете, что вы читаете, он сработает, и он да. как защита сработает. Он и является защитой. Кроме того, мы ставим защиту, энергетические защиты, но человек должен все равно сам их подпитывать после того. Мы его делаем абсолютно чистым, и он должен просто понять из сеанса, в чем причина его проблем была. В основном. В основном это или наивность, или злость, или пороки. Вот эти все вещи, они притягивают как раз такие вещи. Хотя бывают такие вещи, как э, черная магия, которую я ужасно ненавижу, или угу. колдовство всякого рода, вот это все. И люди, которые думают, что им это сойдет с рук, я их должен разочаровать. Это вписано навсегда в книгу. И в их книгу жизни, и везде. И всегда им за это придется отвечать. Иногда уже на земле. Иногда приходим такие, как мы, и стираем им память. После этого человек становится нормальным. Более да, мере... я бы хотела вот про манифест еще добавить, что есть тонкие копии, вот как я их вижу. И там вот слова, что на всех планетах и между мирях меня услышит. То есть вот у нас был один из последних клиентов, когда вот девушка это была, когда мы читали, она читала вот этот манифест, повторяла за Владом, тонкая копия, я увидела эти междумирия, то есть она с таким намерением читала, да, то есть я увидела, к кому она обращается, к каким планетам и между, то есть вот это вот как вибрации они идут, насколько далеко они идут, естественно за комнату они нашу диагностики выходят и идут то к кому ты читаешь, поэтому там каждое слово манифеста оно конечно имеет смысл и несет свою нагрузку. Поэтому, если вы понимаете, что вы читаете, и ос осознаете, это манифест принесет свои, свои плоды, я бы сказал так. Да, ваше намерение и есть. Именно та сила, которая позволит или не позволит. Ну, скажем, 80%. Есть 20%, которые не от вас зависят. Это... Ну, так и мы подвержены этим 20%. Человек просто идет на улице и наступает в воронку которая ему не видна из этой воронки выпрыгивает какая-то темная сущность и подселяется к нему первое время и начинает там терроризировать его собаку не давать ему спать он начинает нервным быть и так далее это это такие вещи которые трудно mm -hmm. запрограммировать ну а в основном в основном если знать принцип это быть всегда на позитиве заправляться энергиями Выставлять себя, визуализировать эту защитную оболочку, которую ты себе хочешь поставить, любого цвета, белого, золотого, которое тебе удобно. Главное, верь в то, что ты делаешь. Угу. Это и есть та сила, это и есть тот манифест. Оболочку как кокон или как цилиндр или как что? Кокон, кокон скорее всего, правильно будет. Угу. Причем, их, причем их надо много ставить разных по... Для разных целей скажем так. В наших целях они просто бронированы, потому что у нас там выходит, мы встречаемся с такими, которые... Ну да. Он, он летает. <с вот. С этими, безусловно, надо. И в Виквере они тоже летают. причем они летают в Канаде, и раз он уже в Германии. Вот так им прилететь. И ко мне подселиться, и к ней подселиться. Это мы вначале так сталкивались с такими проблемами. Но пробились, пробиваемся. И мы очень рады, что столько людей в принципе уже начинает задумываться. На, у нас не является цель коммерция, вы просто насчет оплаты труда, это надо человек понять, это называется энергообменом. Вы не можете получить что-то, не дав ничего. Это принцип. Вы не можете стать здоровым, не отдав эту болезнь или что-то не, не, получив взамен или так далее. Это называется энергиями. Это и есть заключение вот этого договора для того, что мы делаем работу. Человек внес свои деньги. Именно этот момент так пытается предотвратить низкие сущности. Когда у человека компьютер оплачен, потому что с момента оплаты это заключение контракта. Почему нас спрашивают, почему вы не разыгрываете бесплатные сеансы? Да потому что толку не будет. Человек получает то, что ему цены не составляет никакой, он к этому так и отнесется. Это ну, очень да, важный фактор. Да, там был вопрос такой по поводу... Разыгрывать там бесплатный и что там пенсия эти... небольшая у человека. Да, Давайте хочу... спросите у этих ну, людей, которые прошли эти чистки бесплатные, что с ними через 2-3 месяца или 2-3 недели стало. Это популизм. Вы понимаете, дело в том, что, во-вторых, вы должны, вы должны понимать, мы работаем на своей энергии. Вера теряет за сеанс около 2 килограмм. За каждый сеанс. Работа у нас длится 4 часа в среднем. Четыре часа она находится в Астрале, это ее любимое выражение, время в Астрале бесценно. Это yes. так, действительно и так и есть, энергию эти два килограмма, как вы набираете потом, кушаете много или как? Я, я не знаю, как она худеет, я-то все время сижу тут воду пью, пока она там, Но она же ничего не пьет и не ест. Но mm -hmm. они восстанавливаются. Они восстанавливаются, это не так, они проходят это просто через асфальт. нас, мы не, мы не то, что мы теряем ее. Мы не то, но мы ее на своей энергии держим. Мы выходим из чистки, у нас, вера у меня 500, у нее там 800 или 900, просто иногда 1000. То есть мы там не то, что теряем, но все это держится на нашей энергии. Я теряю, то есть у меня постоянно стоят весы. От килограмма до двух я теряю во время сеанса. Это так. Я тут хочу добавить просто, я просто помню себя, вот как я, да, захотела к вам пойти на сеанс. У меня тоже пенсия 2000 гривен, я не могла себе позволить. Я помню, я Владу написала, я, наверное, за лето соберу, типа, эти деньги и потом к вам пойду. Но потом прошло две недели, у меня было настолько вот сильное желание, сильное намерение, что у меня за две недели раз, и эта сумма появилась. Я тогда так Фух, и легко. Я пошла на этот сеанс, то есть настолько у меня было сильное намерение. А, а у так меня... и бывает, Чи, да. все. То есть тут не нужно думать о том, что не получается. Тут нужно думать, а как сделать так, чтобы получилось. Все. Абсолютно верно, да. Это тебя уже ввели на чистку? Ольга, это тебя уже направляли, и где-то 80% случаев, это не первый раз, когда нам пишут такое понятие, не имела, очень хотелось сеанс, откуда взять деньги, никто не занимал, и тут раз три человека предложили, тут раз появилось какие-то средства, тут раз что-то продали, я теперь могу это... А ведь, да, некоторые... Те, кто, те, кому надо да, по, до нас дойти, те до нас дойдут, те, кому не надо до нас дойти, они до нас не дойдут. Э, нас смотрит очень много конкурентов... Нас смотрит много, мы даже знаем, кто нас смотрит, мы даже знаем, кто нам там два человека, дизлайки ставит. Это не потому, что мы интересуемся, а просто любая информация, о чем мы думаем, мы ее получаем. И вот какой у меня толк от этой женщины, которую я вижу, как она по кухне ходит и как она там недовольна нам нашими под нашим прогрессам, вот она там жмет на эту кнопку, на, ну, по барабану. Вот, но мы а все равно говорю, ее видим. Что... <сих> Некоторые клиенты, они так и пишут, что, О, окей, я вот почистился, но я бы хотела еще с Высшим Я встретиться. Я сейчас запрошу, ну, чтобы ко мне по финансы, чтобы, чтобы я мог оплатить свой. следующий сеанс. То есть они так и пишут, что я раб... поработаю над этим, угу. плачу. От... И... Отправлю заказ. Делать Скажу, так. объясню, для чего мне нужны эти деньги, попрошу их, и средства эти, и они придут. Они как-то сами находят людей. Да, надо конкретизировать. Они... Мне нужна такая-то сумма на вот это, и оно приходит. Не так, да. что да. такая сумма на вот это, оно пришло, ты раз и пошел, потратил куда-то, в другое место. Оно так, ну, не сработает в следующий раз просто. Нужно вот... Мне нужна такая сумма на вот это, и она придет, и ты иди и трать именно на вот это. Вот так оно работает, да. У меня потом... Так есть, да, абсолютно верно. А Я что? говорю, мы не являемся с верой, правдой в последней инстанции. Мы не заявляем, что мы являемся рупором абсолютно. На земле единственные представители высших структур и так далее. И все, кто такое утверждает, это откровенный бред. Очень много людей на земле, которые общаются и с архангелами, и с ангелами и с Отцом Творцом напрямую, и с Матерью Божией, и с Иисусом. У Иисуса огромное количество своих учеников. Мы встречали его один раз на одном сеансе, где он был учителем. Тогда мы еще во время практики, тогда, Вера, я не с тобой работал, а с другой женщиной, она была мусульманка. И он ее тогда перекрестил, она чуть сознание не потеряла. Она говорит, святой какой-то пришел, я а как он выглядит? Она говорит, я не знаю, ну как на иконах, а потом на следующий день, так это, это же я увидел, это Христос Спаситель. Вот так вот. У него свои есть ученики. Я когда спросил Архангела Ханила, могу ли я с ним поговорить? В принципе, можешь, конечно, да. Если он, если он захочет. Потому что у него своих много учеников, и он их должен вести. Я веду своих учеников. Михаил ведет своих учеников, Рафаил ведет своих учеников, у всех под чьим-то крылом. А я хотела спросить, у вас бывает такое, что во время сеанса прерывается связь интернета. А Вера в трансе, например. Как? У нас, один, 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 у нас это все отработано. У нас не только такие ситуации Формат. бывали. Конечно, да. Вера самостоятельно умеет выходить из транса в таких случаях. Это вот, первая а... очередь, очередь, как техника безопасности. Техника безопасности. Ну представь техника. себе, ну подвисли там. У нас был такой случай, когда дракон мешал, и он реально вы... или гуманоид выключил мне скайп. Ну вот просто mm -hmm. раз и все. И мне надо по-новому было скайп запустить и так далее, и, и, и пропала связь. Вера знает, как выходить из этого из транса, она сама себе делает отсчет, сама возвращается. Вот. Потом, когда я прихожу, я ее опять за две минуты ввожу в состояние транса, и мы поднимаемся и продолжаем на той ситуации, где остановились. Потому что может быть такое, что там у нас человек стоит, у нас связь прервалась, и пять сущностей стоит в клетке, а мы с ней на земле. То есть это mm -hmm. так надо понимать, это не шутки. Да. А И у вас нет. такое бывает, что вера в вас вводит в регрессивный гипноз? Вы не меняетесь местами? Н нет, не практикуете? А, обучение было, да. То есть я была в роли гипнолога, Влад Слипера. Но как-то мы вот сработались. Мы вот думали, что все-таки на плеяды, может быть, полетит Влад. Mm -hmm. В роли слипера, но Скорее, мы да? вот Сам... как -то... Понимаете, в чем дело? Влад, как гипнолог, тоже он стал настолько опытный, он понимает и чувствует все, что вижу я. То есть, когда я озвучиваю, ему идут картинки уже. То есть, не имеет смысла уже меняться, понимаете? Потому Вы что видите, оно настолько да? уже... Я не говорил, да, я то, что вера, то, что вера видит, я ведут... вижу то же самое. Иногда угу. я чувствую, что вот он врет. Это через яснознание идет. Иногда я чувствую, что он не все вытащил. Это тоже идет на яснознание. У нас общий канал, и у нас еще у каждого свой информационный канал. Каждый из нас получает свою информацию. И развитие. То есть, ну, да. То есть ей идет информация, и независимости от этого мне идет информация. А если, допустим, обычный человек захочет, чтобы вы его погрузили в это состояние, чтобы он там какую-то жизнь свою посмотрел, или там... Ну, я не знаю. Я бы, честно говоря, не рекомендовал это делать. Ну, мне, например, это О. неинтересно погружать кого-то. Если Влад зайдет... Я могу погрузить, но я объясню, это бессмысленность. этого. Пог... Могу... Пог... Чтобы погружать, надо знать технику безопасности. Ну, представь себе облако. Вот выходит твоя голова из этого облака и тут на тебя спрут, дракон, гуманоид, арахноид. И вот эта вся кодла, свежее мясо пришло, ты не защищена, но ты угу. проходишь через эти все мира, они тебя видят, они видят твои энергии. У тебя шансы вернуться больной назад в 10 раз больше, чем... То есть для... это время, то есть это какой... Это не только время, это опасно. Я это имею в виду, там, чтобы туда погрузиться, нужно определенное пройти какое-то обучение, обучение перед этим. Вот я это хочу сказать, а это и есть время. Ну, сейчас мы делаем, безопасности, да, безопасности, как себя вести, что может увидеть, как себя вообще слушать как гипнолога, понимаете? То есть это определенное время, которое нужно затратить, чтобы человека погрузить и чтобы он там чувствовал себя защищенно. И еще и дело есть в том, того, что, что -то для этого Поэтому... еще есть такой момент это очень важно. Нету готовых текстов, нету готовых ситуаций. Мы каждый раз встречаемся с новой ситуацией, и каждый раз приходят новые тексты. Если одна у нас техника не работает, на, а второй нет, надо ее придумать. Если нет, надо спросить куратора. Иногда нам помогали, мы спрашивали кураторов, вот, на начальной стадии, как нам решить вот такой-такой-то вопрос. У нас не получилось. Он говорит, а вы попробуйте так или так. И у нас все получалось. То есть... Очень много а, техники давались по мере поступления вот, ну, проблем, скажем так. Сейчас, например, да. проверку я могу делать, в принципе, двух из трех случаев я ее делаю сам, веру не трогаю. То есть я могу, если надо кому-то проверка, войти в его биополе, за пять минут все вытащить О, и вернуться а потом с открытыми глазами. Вот прямо вот я с тобой разговариваю и могу сейчас прямо выйти. Вот. Это никакого труда не представляет. И сделаю то же самое, что я делаю в комнате диагностики. Я сделаю это на земле, в матрице земли. Мы пробовали, это все получается. Но это именно на проверку, когда человек уже заявил о своих свободах, вот, прочитал большой этот текст и так далее, когда мы все вытащили, сожгли все контракты. Так-то их нет. Но когда человек уже чистый, контроль я могу проводить, конечно, сам. Да. Повторная а, что ни я, ни не, 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 мы вместе, мы ничего не делаем без э, просьбы человека. То есть мы не заходим ни в кому в тонкие тела или беспокоим. это табу и как вы Повер. видите. Повер. Всегда, каждый Повер. раз мы, мы спрашиваем по просьбе, согласие, согласны ли та или та доверить нам свои биополи на период работы, потому что без разрешения это является очень серьезным наказанием. Крайний вопрос от Галины. Здравствуйте, вопрос к ураторам. Каким образом можно самому человеку избавиться от паразитов? Молитвой, медитации, повышением своих вибраций. Ведь сущности очень любят и ангелов, и в том же время вредят им. Нас очень много, и возможности у вас пройти чистку не у всех есть. Спасибо. То есть как, каким образом человеку избавиться от паразитов? Такой вопрос. Ну, как меняет колесо? Откручивает гайки. Без откручивания гайки вы не снимете колесо. Без чистки, не выведя вы этих интерферентов, вы не сможете не поднять вибрации. Под замкнутый круг получается, понимаешь? Я не слышал о таких случаях, чтобы сущности сами уходили. Только если надоест, или он там состарится и так далее. Но, Но у человека тогда вообще сил нет. Чистка. Я, я бы добавила, что нижние, может быть, уйдут, если ты поменяешь образ жизни. Нижние могут уйти. Как, как драконы гуманитарии, например. Они еще больше будут мучить человека э, при развитии. Поэтому... Трудно ответить на этот вопрос, конечно. Они будут досаждать ему, да. Но человек, когда он уже чистый, он сразу уже может понять, что в нем находится какая-то сущность по ощущениям. Контролировать может. Мы всем рекомендуем открывать воронку и скидывать весь негатив туда. Вместе с интерферентом. Для этого нужно, безусловно, иметь и эту силу намерения, потому что вы только силой оперируете словами. Точно так открывается воронка против часовой стрелки и производим сброс всех интерферентов. Сначала их надо вывести из своего биополя. Когда это все чистка закончилась, поддерживать намного легче. Тогда они уже знают, что манифест есть. И главное не затягивать надолго, чтобы они там не особо устроились потому что вот когда долго они находятся там инзектоиды или арахноиды они сразу женятся детей заводят да они вера их любит маленькие такие паучки махнатенькие да вот такие бывают вещи сущности вопрос такой у меня вот вы делаете подарки Uh, учителям, наставникам ягоды традиционно всем. А как они вообще там едят эти ягоды? Они вкус их чувствуют или запах или что? Как это у них там происходит? Мне интересно. Ну при нас не едят, наверное. При нас они не такие, едят. Это мысли формы, которые они вот поглощают и чувствуют именно этот вкус. вкус которые земле мы можем чувствовать запах и не чувствует вкус там этого не хватает да какие-то я понимаю потому что мне иногда вот снятся сны с яркими ароматами духов разными вот я могу подходить и нюхать разные такие абсолютно для меня ароматы вот очень классные поэтому я примерно понимаю о чем это вот так происходит да ну да, когда мы делаем мысли формы, например, там, поляна, вот, так это как фильм. То есть uh -huh. действительно деревья качаются, ветер видит, она чувствует этот ветер, она слышит э, крики этих птиц. Все, что я скажу, она видит. То есть практически uh -huh. появляется на этой картинке. Я не знаю, почему они это сами не могут делать, но э, им это очень нравится, когда мы им такие сюрпризы делаем. Видать, им этого там не хватает. Многие Кстати, жили, были же на земле, поэтому... Почему они сами не могут спуститься? Я думаю, по... что они могут делать, конечно, экраны, показывать все для себя, но именно чувства, да, и вот ароматы, скорее всего, может быть, земли, они забывают вот это, скорее они за... Да, скорее всего, они забывают, поэтому воды, они, там... они часто говорили, что, да, вот эти воспоминания, о, как я давно уже этот запах не слышал, или это воду не Потому пила. Что... Кто Земля... сыр получает, кто молоко, кто воду, кто получает... Э, ну, мой куратор получает от меня виски, самые, самые дорогие на земле, которые есть там за миллион долларов бутылка. Причем у меня куратор мой э, в 20-х годах жил в Нью-Йорке. Вот, и мой, мой куратор, любитель хорошего виски, хороших сигар, как было тогда принято. И все, что с этой эпохой связано, вот, я ему иногда дарю. Ему это очень нравится и дают такие воспоминания. Говорит, у меня уже целый мини-бар там, говорит, есть. Да, да, ну, такие вещи надо брать и давать, только так в жизни. Да, кстати... Надо дарить людям радость. И этим мы им дарим радость, конечно. Я тоже после ваших сеансов пару раз проверяла информацию в Гугле, ну, Вера говорит, думаю, ну как это может быть, надо проверить. По поводу вот, когда э, через, э, по-моему, хроники Акаши девочку в прошлую жизнь, там, где она вот с парнем воровала в Германии, потом в самолете разбилась, я проверяла, в, в таком-то году забила в Google, какие были там самолеты в Германии или где там она была, да. Точно вот эти вот двухместные, точно все это было. Второе, это я проверяла. Синий назвал рыбку именем в переводе на, с какого там языка, жизнь. Я завожу... Зои, Зои да, на каком это языке там было? Греческом. греческом, да, забиваю в Google. Зои греческий перевод точно жизнь, но Вера ж не может этого знать. Я сижу себе думаю, ну действительно. Не, правда? Вера говорит на греческом языке, должна говорить, она жила в Греции. Да, да, но многие да. очень вещи, которые не связаны. Ну, я например, когда видел свою свою жизнь 500 лет назад. Ага. В самогипнозе, так я сидел просто вот в своем доме и видел, как вот эта река, я знал город, порта, это Португалия. И вот там идет река, и она вливается в океан. Это одно ну, единственное место. И вот я там жил. Я это увидел. Я нашел на Гугле, потом это место там действительно эта гора, там действительно до сих пор дома стоят, и так далее. Вот так это все. Это все проверяется действительно. Да, так. а еще у нас был uh, джин, который uh, где-то там у. Шахабад жил или где он там потом шах -аббат. нашли этого шах, шаха этого Шахабад да, это да это. мы нашли да действительно был такой шах и жил там в 1600 каком-то там году или 1400 вот и... такие вещи конечно интересные ну, ну, так просто не придумаешь там мы вообще ничего не придумали да. вот я и... же говорю об этом что вы читываем, не придумали. считываем информацию да э, ну я думаю, мы будем завершать. Да, Хорошо, наши... мы там... надеемся. На пару вопросов мы сегодня ответили. Я бы хотела, знаете, поблагодарить просто всех, вот, поименно и Галина, и Оксана, и Ольга, и Муж... ребята, кто задавал мужчины вопросы. Спасибо вам огромное всем, и спасибо за ваши комментарии под видео, которые вы пишете. Uh, Но ну, это дает нам какую-то вот отдачу и наверное, силы продолжать работать и заниматься этим. Спасибо всем огромное. Спасибо, и с моей стороны. Я объяснял, что это не наша, это не только наша работа, это еще наша миссия. Вот, и мы выполняем свою миссию. К сожалению, мы пока не обучаем, нам не дают разрешения на обучение. Вот, наверное, надо самим чему-то научиться нормально. Сначала для того, чтобы кого-то чему-то обучать. А, наверняка, есть люди, которые лучше умеют обучать, чем мы. То есть мы, практику, мы практикуем это дело, мы помогаем людям начать новую жизнь. Но эта игра всегда как монета имеет две стороны. Человек должен обязательно после наших сеансов изменить свою жизнь. Если человек это не делает, то это практически было... Можно было этот сеанс и не делать, скажем так. Я поэтому очень хочу, чтобы к нам приходили люди, которые действительно понимают, зачем они идут. Чтобы они посмотрели, чем мы занимаемся, наши видео, поняли, как все это работает. Вот. И желаю всем осознанности, высоких вибраций и огромных энергий. Я благодарю всех. Благодарю всех. И если вам понравилось это видео, пишите вопросы свои следующие. Может, еще запишем? Да, да или... давай давай сделаем тогда, может, просто раз в месяц будем делать, как раз к концу месяца, такой сеанс, за месяц как раз вопросы появятся. Если будут вопросы. Пусть тогда... люди пишут под этим видео вопросы, да. И... Ну, если... Я думаю, что вопросы больше будут уже. К, ну, к архангелам, к ангелам. К... Кстати, да. Да, и эти вопросы, которые знаю, там. Эти вопросы, которые к ангелам шли, мы обязательно возьмем с собой на. Когда мы в Арго полетим и зададим их Архангелу Ханилу или Архангелу Рафаилу, кто там будет. Вот. И попросим их ответить на эти вопросы. Но я даже не знаю, какие будут ответы, потому что. Это архангелы. Ответ, как... ответ будет такой, что все будут думать потом еще час после ответа. <сECUTE> <сECUTE> Хорошо, желаем всем всего доброго. Ирочка и Влад, я вас очень благодарю за эту встречу, что мы с вами встретились так напрямую и записали это видео. Благодарю. Все. И вам, и вам благодарность от нас, Ольга, что вы нашли время побыть с нами. Я с удовольствием. какие это интервью, собрать вопросы. Огромное благодарность. Я с удовольствием провела это время с вами. Надеюсь, оно будет полезным для всех. Ребята, пишите под видео, понравилось вам, не понравилось, может какие-то там дополнения, дополнительные вопросы будут. Пишите. Все, со всеми до прощаемся. Всего доброго, до свидания. До свидания.